Ну что, друзья мои, привет! Напишите, пожалуйста, как вам меня видно и слышно. Я просто не могу поверить в то, что мы с вами уже на нашем финальном третьем прямом эфире. Как это время так быстро пролетело, скажите мне, пожалуйста. Ну ладно, этот вопрос был риторический. Напишите мне, как вы после сегодняшнего урока. Сегодня у нас урок «Селфи как портрет», который, наверное, один из самых значимых вообще на всем курсе МФ, я считаю, потому что мы смотрим на вас невероятных. Я сегодня, когда ходила по хэштегу, я видела столько разных лиц, чего обычно вообще не увидишь в сети никогда. Разных возрастов, разных черт лица, с веснушками и без, с морщинами и сединой, и, не знаю, 20-летних. И все это так красиво. И все это так красиво. И я как будто бы смотрела на росы бриллиантов по нашим хэштегам. И мне очень хочется услышать, как вы себя ощущаете. Потому что я знаю, что очень многие из вас вообще первый раз себя снимали за долгое время. Я вам пока расскажу, что у нас сегодня будет по плану на эфире. Это, конечно же, разбор работ, селфи как портрет, как всегда на трех площадках мы пройдемся. Разное вдохновение для вашего творчества, для ваших блогов мы сегодня получим. Много будем разбирать портреты, про то, как их можно улучшить, что добавить, чего лучше избегать при съемке людей, и как вот эти знания адаптировать еще под то, чтобы вы могли снимать других и даже зарабатывать. Кому, кстати, было бы интересно снимать людей, напишите единичку. Или если вы думаете, ну нет, людей мне вообще снимать не интересно, хочу что-то другое, напишите двойку, тоже интересно. А я сейчас одержу убеждение, то, что я вижу оба чата с вами. Да. Бонасейра, пишет Юлия Валерьевна. Это было капец. Что там у Елены? Это было капец. Как трудно и волнительно, но как же я счастлива сейчас. Искренне вас благодарю, пишет Елена. Я вижу, что очень много людей пишут единички, а кто-то пишет двойки. Кстати, знаете, из тех, кто пишет двойки, часто рождаются очень хорошие фотографы людей, скажу я вам. Потому что это люди, которые очень тонко чувствуют мир, это часто интроверты, а интроверты, они вглубь хорошо себя обращены, да, они... Вот скажите, отзывается ли вам это сейчас? Они очень хорошо исследуют человека изнутри, и если начинают снимать людей, то это получаются такие глубокие психологические портреты. «Женские портреты — моя страсть», — пишет Анечка. «Прекрасный марафон, который дает вырваться всем идеям в голове наружу и заставляет руки творить», — написала Елизавета. Ксюша пишет: «Круто, невозможно было остановиться. Без грамма косметики, полная любви к себе, восклицательные знаки. Как же я радуюсь это читать». И в другом чате тоже вижу примерно, кстати, чуть ли не 50 на 50 единички и двойки. Но единичек вроде бы больше, значит, тем более вам будет очень полезен этот прямой эфир. Ирина написала, что моему мужу очень понравились мои селфи. Как же это классно слышать. Вообще, когда на полном курсе мы начинаем рост, да вот это все, там просто отношения в браках по 15 лет приобретают другой вкус просыпается. Итак, мне еще вам хотелось сказать сегодня то, что сегодня у нас будет или уже частично была смс-рассылка. Первый раз мы тестируем такую штуку, и там адрес, от которого приходят эти смс, называется «Наша рассылка». И главное, когда вы вообще где-то переходите, да, вот, во-первых, имейте в виду то, что действительно есть мошенники, которые могут, прикрываясь мной, как-то пытаться вас, не знаю, заставить, в общем, выманить от вас деньги. Всегда можно проверить, наша ли это техподдержка. Во-первых, у нас RegiHelpBot, да, в Telegram. Во-вторых, если вы перешли с нашего сайта, это точно наши ребята, reginabakirova.com. И в-третьих, это, если вот этот рассылка заказ, инфо, и там тоже наш сайт, это тоже официально.
И я знаю то, что вот эти рассылки, они могут раздражать, конечно, но мы разные такие форматы тестируем, потому что всегда после марафона есть те, когда курс уже начался и 2 недели идет, есть те, кто пишет: «О боже, я не видел, как я мог все пропустить?» Поэтому просто используем все, потерпите, те, кто и так уже, может, купил курс, или те, кто пока не может, потерпите вот ради тех, кто хотел бы попасть, но как-то может пропустить. Это все равно все недолго продлится, и ну, пусть это будет такой, знаете, небольшой обмен. Я вам даю много всего здесь на марафоне бесплатно, вы немножко потерпите вот эту вещь. Уговор. Можем сделать с вами такое 5 уговор. И что ж, давайте начнем официально наш эфир. Немножко было наше организационное наше начало. Настя написала: «А я поняла, что мне не нравится больше снимать». Понимаю, Ню — это вообще про человека, который не может прятаться за образом, за одеждой, он абсолютно открыт. Это вообще другая философия, другой уровень портретов, классный. Есть даже фотограф, который снимает сначала обнаженными людей, а потом одевает их, и блеск в глазах совсем другой, когда ты только что побыл обнаженным, потом даже если ты в одежде, у тебя уверенность вообще другая. В общем, это очень интересно. И вчера спрашивали, есть ли у меня другие продукты, я сказала: да, классный курс по камере, курс по блогу, но они пока не запускаются. Но в октябре я буду делать очень интересный курс, курс по нюцам. Кому сейчас это станет интересно, дайте знать, пожалуйста. Курс по нюцам, как красиво снимать себя, чтобы отправлять кому-то и делать горячо. То есть там будет и про художественную нью-фотографию, и про такую, знаете, для себя, чтобы вот вдохнуть страсть и удовольствие в свою жизнь. Давно очень была у меня идея это сделать, учитывая то, что у меня еще и очень большая женская аудитория. В общем, посмотрим, что из этого получится. Вот в курсе вообще, ой, в блоге это очень ожидаемый продукт. Вернемся к МФ. Идем с вами дальше. Организационная небольшая часть, то, что это наш не последний эфир на самом деле. У нас, как вы помните, еще будет розыгрыш открыток. 27 сентября выполнил все условия марафона на всех 3 площадках. Я буду разыгрывать подписанные от себя открытки из Италии, которые полетят по всему миру. Кстати, там будет одна фишка, то, что каждый гарантированно сможет получить открытку. Поэтому приходите, если вы любите такой живой материальный обмен. И там же будет прямой эфир, там же будет очень полезная часть про то, как зарабатывать на тех знаниях, которые вы сейчас получили. Как же вообще мобильный фотограф, да, может вот с нуля дойти до того, чтобы зарабатывать 100 тысяч и больше рублей в месяц, имея только телефон, даже не переходя на камеру. И при этом еще и расти творчески, и или зарабатывать, или творчески, или и то, и другое. Это будет 27 сентября в 19:00. Это тоже будет открытый бесплатный прямой эфир. Выдохнем немножко с марафона и еще раз там с вами встретимся. Скриньте, записывайте себе в календарь. Это будет очень полезно, пошагово, и при том эта стратегия, она применима к разным нишам на самом деле. Если даже вы хотите понять, как в принципе продавать свои услуги, продавать свои изделия, вам тоже будет очень полезно послушать, как фотографу продавать свои услуги. И я вам должна напомнить сейчас в начале эфира, то что сегодня последний день, когда действует специальная цена на наш полный курс «Мобильные фотографы». Сейчас базовый тариф стоит 25 990 вместо 27, и тариф, который с кураторами, массой блоков дополнительных, уроками по искусственному свету и так далее, и доступом на следующий поток, да, всего на 10 тысяч рублей дороже, и называется он «Нью-Йорк», и стоит 35 990 сейчас. Если вы уже купили «Милан», не знали про все эти бонусы, хотите повысить тариф, вы это можете сделать тоже с помощью техподдержки. Это радости тех, кто уже с нами и присоединился. У нас на самом деле так кипит закадровая работа, техподдержки просто, там куча девочек, как пчелки днем и ночью, обрабатывают заказы, помогают людям оформлять это все. Вы можете, даже если вы сегодня начнете оформлять заказ, введете имя, почту, телефон, но не доведете до конца оплату, вы уже вот эту скидку за собой зафиксируете. Я знаю, что все равно большинство купят, когда уже произойдет подорожание. В принципе, оно, видите, не такое большое, да, то есть не такая большая плата за то, чтобы еще подумать. Но вот если вы уже сейчас созрели и готовы, то успевайте сегодня.
А мы с вами приступаем к разборам ваших портретов. Напишите, пожалуйста, ребята, кстати, кто уже на курсе, кто здесь сидит, что стало для вас решающим, то, что вы решили пойти, я прямо здесь прочитаю. Можно ли имя этого фотографа, говорит Анастасия, слушай, я не помню, это просто просто где-то у кого-то я это прочитала, мне очень понравилась идея, но я не помню у кого. Катя Прунцова, моя помощница, да. Лала говорит, что написала в поддержку несколько раз, но, к сожалению, без ответа. Очень жаль, конечно, что так происходит. Ребята, модераторы, кто сейчас есть, заберите, пожалуйста, человека и помогите. Если у кого-то есть, наоборот, опыт, то, что вам ответили очень быстро и помогли все решить, можете тоже поделиться здесь, потому что мы делаем все, чтобы ответы как можно быстрее поступали. Сегодня оторвалась на селфи, насколько было возможно, с тремя детьми, благо дочь спала. Дарья пишет, такое чувство, что мы с вами уже сроднились, это правда. Елена написала, я только что оплатила Нью-Йорк, поздравляем. Вот так вот мы сроднились, и еще насколько сроднимся за 2 месяца. Виктория пишет, эти дни я так кайфовала, что купила сегодня курс. Поняла, что отказать себе в таких эмоциях невозможно. Ой, ну все, сейчас начну читать ваши сообщения, зависну там совсем. Спасибо вам, ребята. И курс — это марафон, помноженный на 2 месяца. Что я вам могу сказать? Если вам здесь откликнулось, то вот под эфиром прямо находятся кнопки «Купить курс». Смотрите на время, да, чтобы успеть сделать до полуночи, потому что самая оптимальная классная цена. А мы с вами идем смотреть ваши портреты. И это наш прекрасный мем от нашего сводка-мейкера, которая такие мемы для боевого настроения будет оформлять в течение всего курса нам. Как выглядели селфи до урока по селфи, как они выглядят теперь. Я очень большое удовольствие получила от этого мема. Можете себе заскринить, кстати. Анна пишет, давно хотела попасть, эта осень стала решающей. Купила курс, что не дождусь. Сидела 3 года, наблюдала, а вот решилась я с кураторами. О, Ирина, напиши, пожалуйста, что стало решающим, что вот именно сейчас решилась. Надеюсь, я не потеряю потом твой ответ. Итак, нам сейчас нужно... Начнем мы сегодня разборы с телеграм. С тележечки. Ага. Нужна моя техподдержка. Скажите, пожалуйста, Танечка, а почему не открывается как только работы красивенько? Так, подожди, я заберу у тебя мышку. Я прошу прощения. Немножечко у нас тут накладка произошла. Чтобы вы знали, мы за час до каждого эфира настраиваем вот это все. И в первый день, если вы помните, все было оптимально. А почему-то и вчера, и сегодня начинается эфир, и это все оказывается сбитым. Итак. Как хорошо, что я сама умею управлять OBS, это настроить. Так. Если я буду увеличивать, то вам все видно. Отлично. Вот.
Да, все видно вам, хорошо. Фух, простите за задержку, давайте начнем. Итак, здесь у нас первый портрет. Ники, наверное, вам будут не видны. Работа видна целиком, все прекрасно. На этой работе очень интересно, автор использовала такую вещь, как предмет на переднем плане, да, какая-то тюль. Это может быть, на самом деле, на переднем плане может быть использовано что угодно. Листва, какие-то цветы. Притом с цветами, вот с предметами, которые можно на разном расстоянии расставить, можно вообще делать супер крутые эффекты. Вот я могу поставить перед собой сюда бокал, например, сюда немножко спойлер, поставить что-то еще. Это мы с вами вместо салюта будем в конце открывать и обливать квартиру Адри. И таким образом это будет добавлять такого объема картинки, да, особенно если вы снимаете на режим портрет, то портрет, он размывает не только то, что на заднем плане, но и то, что ближе к камере гораздо, чем главный объект. Знали ли вы, кстати, об этом? Вот у меня сейчас как раз камера снимает на режиме портрет, и видите, размывается и задний фон, и бокал, который стоит впереди. Если я руку протягиваю, тоже рука размывается. В этом случае использовано немножко другое. Здесь штора близко, да, к лицу модели находится, поэтому к лицу автора, поэтому она не размылась. И вот с одной стороны, я, может быть, сказала бы то, что здесь слишком отвлекает узор, который есть на этой ткани, от самого человека. Но в то же время мне нравится эта фотография. Мне кажется, даже если ее отправить в итальянский Vogue, вот он очень любит что-то такое, немножко на такой, знаете, грани этники, чего-то народного, вот эти вот узоры на шторах, да, все равно, но не совсем народная этника, вот прямо из стародавних каких-то времен, а уже более современная, 90-е, 2000-е, вот эти тоже шторы, они не совсем прямо шторы такие плетеные из деревни у бабушки, что-то вот, не, знаете, не вот этот абсолютный минимализм, да, современный, когда вообще никакого рисунка нет, и мне кажется, что эту фотографию даже итальянский Vogue мог бы принять. Какая у меня есть рекомендация? Посмотрите сейчас все на свои работы, прям вот рукой можете измерить и определите, линия глаз находится на верхней трети или находится по центру кадра. Я думаю, что, наверное, у половины из вас снявших будет сейчас линия глаз находиться по центру кадра, и это то, чего нужно стараться избегать в портретах. Первая причина, потому что все-таки мы с вами не зря изучали трети, да, и то, что главные объекты мы располагаем по третям. Не зря прям в том уроке я рассказывала, вот смотрите, я перед вами сижу, несмотря на то, что по вот этой линии я сижу посередине, но по вот этим линиям у меня здесь находится рука, ну как бы грудь, вот эта часть, да, портретная, если портрет это по нижнюю часть ребер примерно, а глаза у меня находятся по верхней трети. И вот это считается классикой. Это, во-первых, соблюдаем трети. Во-вторых, почему это важно? Если мы портрет опускаем вниз, то у нас шея тоже спускается вниз, и очень велика опасность обрезать свой портрет по шею. Притом в Telegram это будет вам не так опасно, потому что Telegram выкладывает вот такие длинные, прямоугольные, нормальные фотографии. Если вы пойдете это выкладывать в Instagram, все, он это обрежет, скорее всего, вот так, по эту линию, и как раз-таки случится то, что я говорила, не обрезать по суставам, не обрезать по линии шеи, потому что если обрезать, то будет казаться, что это просто отдельная голова, вот если я, так, нет, не смогу, смогу, вот если я вот так спущу вниз, видите, вот на этот же портрет, вот я спустила вниз, она стала обрезана по шею, не концентрируемся пока на верхней кадре, только на нижней, видите, насколько потеряла органику, поэтому будьте очень аккуратны с обрезанием по шею и с расположением линии глаз, лучше по верхней трети. Опять же, надо смотреть по фотографии, потому что разное бывает. Бывает, что очень даже интересно может смотреться, когда наоборот по линию шеи обрезалась. Я помню, вот, кстати, сейчас могу вам назвать имя. Блин, то ли Игорь Новиков, то ли Гусев Дима это рассказывали, а может быть и не они, простите, все-таки не могу назвать, что снимали какого-то
очень серьезного бизнесмена-дядю на обложку журнала. И пришел этот мужчина, и он пришел, ну, как бы такой, просто лысый мужчина. Они поснимали портреты вот эти вот классические, да, там для сильных журналов. И в итоге потом разболтались, что-то уже начали шутить, и в итоге фотограф сделал просто кадр, правда, не по шею обрезанный, а просто лысой головы, и, по-моему, там как-то вот так вот было, просто лысая голова, как яичко. И в итоге это настолько охеренно смотрелось на обложке, что они выпустили журнал именно вот с этим. И, конечно же, всегда огромные аплодисменты тем, ну вот, людям, брендам, которые разрешают журналам использовать какие-то творческие фотографии и креатив, потому что, скорее всего, это точно привлекало внимание к данной обложке. У меня сейчас будет микроистерика, потому что у меня не листаются хэштеги, ребят. Ну ладно, я буду вот так вот листать. Давайте посмотрим на эту фотографию. Мне в ней нравится, естественно, то, что учтены многие-многие моменты, которые важны в фотографии. Это однотонный фон, однотонная одежда. Кстати, черная одежда очень хороша для портретов, потому что она темнее кожи, да, даже если снимать темнокожих, все равно черная одежда будет, скорее всего, по тону, она будет все-таки темнее кожи. Понятно, что разные могут быть степени, ну вы поняли. И когда что-то светлое обрамляется темным, да, вот даже вокруг меня сейчас тоже темная одежда, то светлое гораздо больше выделяется. Как раз-таки это привлекает внимание к тому, что в человеке нас цепляет больше всего лицо и руки. И здесь как раз это произошло. Плюс еще есть эмоция, есть движение. Мне кажется, вообще прекрасная получилась фотография, рука очень хорошо повернута. Вот руки — это тоже важнейший элемент на фотографиях, и с руками я вам могу дать такой совет. Желательно, чтобы руки не были вот так повернуты в кадр и повернуты там, ну, вот этой вот стороной, да, потому что изящнее всегда рука выглядит либо полностью боком, либо немножко в полоборота. Вот если я сейчас руку кручу, пока она в половину, она выглядит тоньше, чем когда я ее уже вот так вот поворачиваю. В таком положении у нее уже начинают теряться, ну, она такая, видите, становится, как это сказать поаккуратнее, бесформенная немножко. В таком положении гораздо больше похоже на руку, чем вот в таком. Такое бревнышко просто непонятное. Прочувствовали? Вроде бы мелочь, но тоже это очень влияет на наше восприятие. Здесь все хорошо. Я немножко не могу понять, кстати, по свету. Может, это лампочка? Интересно. Увидим в глазу. Обычно вот это... Вот этот блик дает нам возможность понять, что было источником света. Здесь, в принципе, как будто что-то прямоугольное, да, может быть, это и окно на самом деле. Ну, в любом случае, хорошая фотография, я довольна. А вот на этой фотографии такие интересные получились тени. Блин, молодец, Катя, автор. Я помню, я не знаю, какое настроение здесь хотела передать Катя, но я вижу и определенную силу, и определенную усталость, да. Может быть, усталости не было, но вот, если что, поправь, пожалуйста. Как говорится, у творчества всегда два автора. Один, кто создал это творчество, а другой — это зритель, который будет интерпретировать. Это всегда такой очень обоюдный процесс. Вот я как зритель интерпретирую, что это очень сильный портрет. Он не похож на вот эти вот счастливые портреты из соцсетей, которые мы видим каждый день. И иногда мне прямо самой надоедает. И когда ты позволяешь себе просто вот с таким лицом выходить в блог или снять портрет и выложить, или просто среди близких позволить себе показать усталость, это очень сильно. Я помню, одна участница писала как-то раз, что не могла весь день сделать эту домашку и пыталась выжимать из себя какие-то эмоции, а на самом деле была просто задолбавшаяся и без эмоций. И она решила себе в конце концов такую снять и выложить, и что для нее это стало таким моментом озарения, какого-то принятия себя. Вот эта сильная история мне до сих пор помнится. Очень
сильно в идеале, может быть, было бы быть подальше от стены, чтобы не так резко выделялась вот эта фактура, которая сзади нас есть, да? Во-первых, эта фактура отвлекает в любом случае. Во-вторых, выдает то, что это квартира, то, что это обои. Если у нас есть возможность каким-либо образом дома имитировать так, как будто бы мы все-таки не в квартире, вот с обоями, да, современной, можно показывать, что дом. Но мне нравится, и в принципе не то, что мне нравится, а это хорошо выглядит на фотографиях, когда мы не можем толком прочитать, а какое время. И также хорошо такая одежда смотрится. Вот почему все фотографы так любят пальто? Потому что с пальто ты не можешь понять, это 80-е, 40-е, 20-е или это сегодня вообще. И это придает вот эту вот художественность и вызывает очень сильные ассоциации, потому что кто-то, кто любит 20-е и 80-е, и 40-е, какие бы у нас ни были наложены стереотипы, да, эстетики, каждый для себя что-то свое найдет вот в этом всем безвремени. И если мы видим явные какие-то признаки современности, это, ну, должно быть обыграно, на мой взгляд. А если мы хотим просто снять творчество, я бы рекомендовала что-то искать безвременное, всячески стараться скрыть. Даже те же самые футболки, например, это что-то современное, а если переодеться в рубашку мужа, то это уже рубашка, это уже непонятно, сейчас или когда. И не нужно бояться, бояться скучности, опять же. Я знаю, что есть портретисты, которые снимают только в рубашках всех своих моделей, в белых и черных рубашках. Но их фотографии все поразительно разные, потому что к ним разные приходят люди каждый раз. И это пронзительные портреты, потому что ничего не отвлекает от людей. Поэтому вы можете себе позволить снимать только вообще в одной и той же одежде хоть всю свою карьеру своих моделей, если вдруг решите снимать людей. Катя пишет, да, действительно, я сейчас уставшая. Задание супер творческое, далось нелегко, но было огненно. Когда последний срок оплаты курса? Я думаю, что через неделю, 30 сентября. 27-го у нас уже начинается курс, и еще несколько дней можно будет запрыгнуть. Потом уже вам трудно станет успевать за ребятами. По верхней трети именно по золотому сечению или выше нее, спрашиваете вы. Спасибо большое, Екатерина задала вопрос, классный. Как я и говорила в уроке по раскладке, не обязательно прям вот четко на золотое сечение попадать. Самое главное не попадать четко на середину. Немножко выше, ближе к золотому сечению, чуть дальше, там уже вы можете варьировать. Главное, переходите вот в эту верхнюю половину фотографии, и там уже варьируете. Вот это мне нравится фотография. Тёзка моя, кстати, Регина. Чем она мне нравится? Блик в глазу. Интересно, очень закрылось лицо наполовину. Если у вас есть тоже фотографии, где вы закрывали наполовину лицо, обратите, кстати, внимание, нужно быть аккуратным с тем, как вы закрываете глаз. Вот здесь очень хорошо он закрылся прямо наполовину. Иногда бывает, что он остается вот так вот открыт немного, но в таком случае это странно выглядит для мозга зрителя, потому что вроде бы глаз наполовину есть, наполовину нет. Глаз — это всегда такой притягивающий внимание. Вот на любой фотографии, если кто-то смотрит пронзительно на зрителя, да, вы первым делом посмотрите туда, глаза в глаза. Почему это важно? Это, опять же, биология нашего зрения. Нам нужно было видеть глаза хищников в кустах, которые нас высматривают. Поэтому мы чужой взгляд очень хорошо ловим. Поэтому от чужого взгляда мы можем спиной почувствовать, что на нас кто-то смотрит. Мы можем проснуться, когда на нас кто-то смотрит, да, с кем бывало. Или кто будил кого-то другого в ужасе взглядом. Вот, это все работает. Взгляд — это очень сильно. И на фотографии лучше взгляд либо полностью закрыт, либо полностью открыт. Иначе это будет какой-то сломанный глаз наполовину, и это будет неорганично для зрителя. Вот такой момент. И что еще
очень важно для фотографии, это, конечно же, эмоция, которая там есть у человека. И эмоция — это не значит, знаете, вот обязательно радость, грусть, вот это все, что я изображала в уроке, даже спокойное лицо. Но когда внутри чувствуется какой-то контакт с собой, контакт с моментом, это тоже может быть очень сильно. И вот на этой фотографии тоже вроде бы спокойный снимок, да, но взгляд вот прямо. И чтобы добиться такого, как раз-таки помогает поснимать себя с разными дурацкими эмоциями, даже если вы их не испытываете, покривляться, поделать. Они могут не получиться, но потом после них может получиться вот такой сильный взгляд. И обычно на съемках это называется... Все предыдущие фотографии, которые мы делали час на съемке, мы делали ради вот этого кадра, когда в конце уже модель расслабилась, она уже побыла целый час внутри потока творчества, тоже этим прониклась, и вот такое получается. Моя рекомендация в этом кадре, то, что, во-первых, молодец, как ты руку расположила, да, то, что она там не спряталась куда-то, но посмотрите, она вот так вот идет вперед, здесь у меня... То есть я могла бы ее вот так вот расположить, но она вышла вперед. И тут не будет такого искажения, потому что объектив портретный. Но так как мы снимали на телефон, помним, что он все искажает, вытягивает, меняет пропорции. И поэтому рука, которая вышла немножко вперед от головы, стала чуть ближе, она визуально укрупнилась, да. То есть видите, насколько пропорционально рука стала крупнее, чем лицо. Я уверена, 100% у автора не так. И поэтому будьте очень аккуратны, если вы на телефон снимаете близко людей, нужно, чтобы если они вдруг берут руки, чтобы они максимально аккуратно это располагали на уровне со своим лицом. Если они это будут делать ближе в сторону вас, рука будет визуально увеличиваться. Но я бы, в принципе, не рекомендовала прям крупные портреты снимать на телефон как с предметкой. Помните, лучше снимать на 2x портреты, если совсем крупные хочется, либо не бояться потом кадрировать, обрезать немножко, то есть сняли на расстоянии шага, потом чуть-чуть укрупните, подрежете. А если прям все-таки хочется снять близко, то нужно максимум внимания обращать на все пропорции. Где-то можно исказить, но просто смотреть, чтобы не искажать вещи, которые девушки не любят обычно искажать. Можно увеличить благодаря пропорциям глаза, да, никто вам не поругает за это, но, например, нос... зря не увеличивать. И мне очень нравится вот этот цветовой квадрат. Фрейминг, есть такой прием, кто знает. Фрейминг — это когда... Фрейминг от английского frame, рамка, когда мы еще и объекты берем в какую-то визуальную рамку. Даже, в принципе, я, если я вот так сижу, я сижу перед вами в рамке между вот этими вот белыми штуками по краям, вот этими двумя вещами передо мной, и еще свет сзади, ну, не совсем ровно, конечно, но тоже такой кругляшок за мной делает. И я нахожусь в визуальной рамке. Это тоже способ привлечь внимание, один из цепляющих приемов, который мы будем в уроке репортажа изучать на курсе. Классная работа. Я вижу, что Регина даже на разборе говорит: «Я так рада, ты молодец». Я очень рада, что на разборе. Так, надо, короче, как-то начать мне перелистывать. Вот здесь вот есть момент, что глаз закрылся наполовину. Как я и сказала, имейте в виду, но не всегда нужно прямо на 100% это учитывать. Я даже когда вам домашку снимала, те моменты, когда я там пряталась за бокал, да, смотрю, я немножко глаз оставляю видимым, и мне так даже больше нравится. То есть иногда... Вот ты чувствуешь, что в фотографии что-то не то, но не можешь себе объяснить. И потом узнаешь, а, оказывается, есть вот такой прием, оказывается, глаз там должен был быть закрытым. А иногда это, наоборот, здорово выглядит. Если хорошо, то нету вообще никаких... Вы молодцы. Если вы чувствуете, что что-то не то, вот повспоминайте приемы, которым я вас здесь учила на марафоне, возможно, какой-то из них объяснит вам. Боже, как потрясающе, не могу. Вот мне кажется, что если бы здесь, видите, и тут, фотография перекинутая на бок, но здесь оба глаза открыты, а здесь один вот так подзакрылся. Все-таки если бы, да, здесь была вот эта волна, а глаз был более открытый, как будто было бы лучше. Вот как я тоже сижу, да, могу вот так, и глаз наполовину закрыт, а могу все-таки вот так.
Или вот так, и вы будете только на один глаз смотреть. Я вот такой одноглазый вещатель. Видео наши, вы видели, какие потрясающие. Эти видео мы учимся снимать и монтировать на курсе. Кстати, те, кто вот сейчас покупают, по первым трем урокам марафона, вы 27-го, вам тоже откроются эти бонусные видео. И можно будет, если вы захотите, тоже такое поснимать. Потому что снимать видео с собой, это опять же умножить вот эту домашку тоже на 2. Здесь на улице снятая фотография. Мама мия, выбрать же просто невозможно. Останавливаешься на каждом кусочке и всех охота разбирать. Эмоция получилась офигенная. Хорошо, вот на улице, обычно вокруг везде то, что называется визуальный шум, да, визуальный мусор. Это все вывески, машины, трубы какие-то бесит, отвлекает. Что делать? Очень помогает действительно наклонить немножко камеру вниз. И молодец Джанетти, молодец то, что правда немножко снималась снизу. Посмотрите, как волосы красиво обрамили лицо. Если бы были они у нее собраны, да, то лицо по тону уже не так сильно выделялось бы. Вот эта вот вся рябь, светлая, темная. Хорошо, что здесь волосы распущены. Иногда, например, наоборот, хорошо собрать, чтобы волосы не закрывали слишком сильно лицо. Здесь выглядит здорово вот так. Единственное, что рука прямо по кисти обрезалась. И опять же, помним правило. Если мы обрезаем по кисть, то рука выглядит обрубленной. Вот вы один раз это посмотрите, вам потом будет не развидеть. Сейчас моя рука выглядит так, как будто там культя, как будто кисть ампутирована, и ее вообще нет. Вот вы один раз посмотрите, потом не развидите. Что делать в этом случае? Или уж прятать побольше руку, вот совсем другой же эффект, да, чем вот эта культя. Либо оставлять немножко руку видимой, вот так, тоже совсем другой эффект. Прям, не знаю, заскриньте себе, вот кадр раз, скрин раз, скрин 2, и вот тут такое типа «нет, так не надо», и скрин 3, так тоже можно. Потому что это одна из самых больших ошибок вот в этих селфи. Очень, правда, красиво, когда мы руку немножко берем к себе, я сама так часто делаю, но старайтесь обрезать не по суставу. Да, Константин наш пишет, не ждите, пожалуйста, своей работы на разборе, я стараюсь в каждой работе выделить то, что будет полезно для всех. Цель — не попасть на разбор, цель — это взять, научиться вот насмотренность качать. Круто, здесь тоже очень хорошо отыгрывает эмоция. Под эмоцией, наверное, можно еще заменить словом искренность. Вот если вы чувствуете в модели, на фотографии искренность, даже если лицо не выражает какую-то гиперэмоцию, вас будет цеплять. Возможно, даже больше, чем какая-то яркая эмоция, потому что спокойные эмоции, они бывают более пронзительными. Что еще? Посмотрите, просто рубашка, немножко открытые ключицы, да. У нас действительно есть определенные вот эти вот ассоциативные элементы художественные. Опять же, если мы будем ходить в различные галереи, это те места, которые чаще всего скульпторы максимально старательно вырисовывали. Это шея, это руки, это вот эта вот область с ключицами. И если мы это открываем и подчеркиваем на фотографии, это тоже придает гораздо больше художественности. Мне, кстати, захотелось снять эту свою красивую штуку, потому что мне распирает жарой от ваших работ. Здорово. Такая свобода чувствуется в этой фотографии, молодец. Однотонный фон, да, вот если бы здесь на фоне было, не знаю, ну вы представили все, что могло бы быть на фоне. Телевизор, в котором идут мультики, разбросанные игрушки. Была бы эта фотография такой художественной, тоже можно было бы снять. И это могло бы даже передавать какую-то вкус реальности, да, реалий наших. Но мне кажется, что вот с однотонным тоном выглядит максимально потрясающе. Так. Ай, какая красота! Наталья снимала и поснимала даже на режиме портрет. Если бы... Во-первых, что мне безумно нравится на этой фотографии, в ней тоже есть искренность, о которой мы говорили до этого, есть вот этот блеск глаз, есть прекрасная улыбка, да, и в человеке
Ну вот как актеры, кстати, актеры, что отличает хороших актеров от плохих, опять же, хорошие актеры выглядят искренними. В плохих актерах есть немножко пластиковость. Здесь вот этой вот пластиковости нет, есть наоборот жизнь в человеке. Это очень здорово выглядит. Одежда. Если бы здесь была какая-нибудь блузка с цветочками, жемчужинками и брошкой, то это все бы отвлекало от лица. Здесь оно не отвлекает, замечательно получилось. И мне очень нравится свет, веснушки, вот это все. Я даже не знаю, снято это на режим портрет или снято на камеру, и это даже не селфи. Вот как... Как вычислять хулиганов, которые работают не по ТЗ? Но если это сделано как селфи, то это очень крутая работа, молодец. Я бы еще, когда снимала, обращала бы внимание, вот все-таки здесь вылезла сзади какая-то штука. Если еще ее убрать, то вообще это будет просто как будто студийная фотография. Еще был вопрос, с руки ли нужно было снимать или нет. Мы в конце концов писали, что все-таки нужно снимать с руки, потому что если это делать на таймере, то потом будет непонятно, снимал ли это действительно таймер или это снимал какой-то другой человек. Ну, чтобы это явно уже было понятно, что селфи. Но вот посмотрите, какие классные фотографии вы можете себе делать на таймере. Чтобы делать вот такой кадр, как в правом нижнем углу, там чувствуется, видите, очень такое одновременно и одиночество, и поддержка, и хрупкость, и сила. Мы вчера говорили с вами о том, что важно, чтобы фотографии вызывали вот эти вот двойные эмоции. И там недостаточно себя просто обнять, там нужно именно максимально выгибать, да, выгибать спину назад для того, чтобы... Вот этот вот круг сзади образовался. Вообще иногда фотосъемка — это такой фитнес и растяжки, конечно. Ну, молодец. Здесь у меня так телеграм, ну почему ты такой? Лабене. Цвет потрясающе упал на лицо. Ось... такую мелкую, как это называется, из тоненьких деревяшек, как будто бы жалюзи. Посмотрите, какой интересный свет упал на лицо, вот сюда вот на плечо. Опять же, из-за того, что это режим портрет, там размылся задний фон. И если у вас есть режим портрет на телефоне, то, конечно же, я рекомендую его использовать, потому что он придает большую художественность фотографии. И здесь тоже есть искренность, есть такая классная, спокойная, расслабленная эмоция. Вот такие фотографии с чего-то отпуска меня бы гораздо больше вдохновляли, чем эти такие. Все поняли. А тут использован прием двойная экспозиция. Там есть урок, как вот... такой эффект художественный создавать красивый. Такие все уникальные фотографии, пишет Зоя, да. Елене, наоборот, было интересно попробовать штатив. Штатив. Боги, это сделано как будто на профкамеру, пишет Алена. Угу. После всех уроков будет ли какой-то сертификат? Да, вы на курсе получите сертификат при выполнении 3 домашек про прослушивание курса. И, кстати, для вас сегодня будет кое-какой бонус. Поэтому, как только прямой эфир закончится, не переключайтесь. У нас еще с вами очень полезная неделя впереди. Я вам буду додавать все материалы, которые не успевала в течение марафона. Там и так у нас и в сторис, и в телеграм, везде просто сообщения, сообщения. Давайте посмотрим на вот эти две работы. Так. Поза, вот эта вот симметрия, которая здесь очень выигрышна, потому что кадр зеркальный справа и слева, поэтому такая одинаковость двух сторон отлично смотрится. Есть такие треугольники с рук с двух сторон, которые вот так оп и оп ведут прямо к лицу. Очень круто. Опять же, темная одежда, минималистичная, абсолютно минималистичный фон. Что еще интересно? Автор снимает себя с нижнего ракурса, и такой вот взгляд, да, немножко свысока, он прям потрясающий. Здесь тоже обыгран, как раз-таки из-за того, что есть вот этот эффект, смотрю сверху вниз.
Он не то чтобы про высокомерие, он может быть и про высокомерие, и про силу. Например, у Путина есть такая фотография, одна из очень известных, когда его снимали в Esquire, и эту фотографию часто разбирают фотографы. Кажется, я так редко произношу эту фамилию, что я аж испугалась, не забанят ли нас сейчас. В общем, там как раз-таки его сняли из вот этого нижнего ракурса. Блин, так охота найти, показать вам. Если я сделаю вот так. Вот, да, видите? Поняли, о чем я говорю? Это очень интересный пример того, как можно просто немножко поменяв ракурс, показать определенное вот. Притом я не знаю до конца, что хотел показать автор. Он хотел как бы с сарказмом, да, подчеркнуть вот какую-то вот эту позу, или он хотел наоборот выразить какую-то дань, непонятно. Но тем не менее ему удалось вот это вот передать. Ну, вы поняли про ракурс. Что мне хотелось бы сказать, если бы я снимала эту девушку, если бы я была фотографом, я бы попросила подуть немножко через губы, подышать через губы, и потом поделать такие упражнения, типа. Так и в тот момент, когда заканчивает человек это делать, снимать. Потому что мне кажется, что здесь немножко есть напряженность в уголках губ. И как раз это очень легко снимается всякими вот этими вот упражнениями. Может быть и нет, может просто из-за ракурса, из-за света. Я всегда очень боюсь давать какую-то критику портретам, потому что насколько человеку что-то чуть-чуть не то подумать о своей внешности, как сразу же кто-нибудь побежит колоть носогубки или что-нибудь такое. Нет, пожалуйста, не делайте этого после сегодняшнего разбора. Итак, вот на эти работы мне тоже хотелось обратить внимание. Немножко есть такая смазанность, видите? И это опять про вчерашнюю книгу, которую я показывала, «Современная фотография» и почему ей не нужна резкость, потому что сейчас фотография, самое главное, это эмоция. Огонь, пишет Максим. Прикольно. Желаю, сделаю себе подарок на днюху, говорит Надя. Здорово. Вот вы все пишете, что очень быстро техподдержка помогла. Отвечали даже в нерабочее время. Спасибо девочкам, что они там так стараются. Я с вами, курс Нью-Йорк. Я очень долго прогрета, и хорошо, что подождала и созрела, пишите вы. Хорошо. И опять же здесь в глаз попал блик, и благодаря вот этому блику все так хорошо получилось. Иногда бывает на марафоне, задают вопрос, Регин, как убрать блики? А я всегда хочу спросить, зачем убирать блики, когда они часто наоборот подчеркивают, да, вот если я возьму эту штуку, видите, аромат, и если я его наклоню вниз, то на крышке пропадет блик, потому что свет больше не отражается. Но если я верну обратно, блик вернется, то гораздо больше оживает этот предмет. Поэтому блики не всегда нужно убирать. Но если мы коснулись этой темы, если вам вот очень нужно убрать блик, то даже на Озоне можно заказать специальный антибликовый спрей. Он делает поверхность матовой, и даже всякие штуки типа стекла перестают бликовать. Ну, понятно, с кожей это всякие матирующие салфетки и пудра. Давайте полистаем куда-нибудь прям повыше весь этот прекрасный. О, 52 минуты уже, офигеть. Здесь я подумала, что Земфира с нами на марафоне. Посмотрите. Или Земфира, или Арбенина. Очень мне нравится, как все получилось. Молодец. Здесь посмотрим. Мне кажется, мне нравится вот этот кадр прям больше всех, потому что, мне кажется, в нем актерская игра максимально прямо хорошо удалась. Кстати, вот большая молодец Татьяна Платонова, автор, когда мы себе не просто заставляем себя эмоции странные делать, а когда мы себя ставим в обстоятельства, где эти эмоции могли бы быть. Так что очень хорошо.
за штору, опять же, отошла, видите, вот здесь тоже Алена снимала за шторой, хорошо получилось. Если вы снимали за шторой, нужно быть аккуратными с краями, чтобы там не попадали вот такие вот более частичные, более светлые участки. Видите, здесь большие-большие складки, а тут раз уже и такие маленькие, и это больше выдает то, что здесь сейчас штора заканчивается, здесь вот она заканчивается. А классно вашему зрителю оставлять воображение простора, то, что все-таки это не штора, а это гигантский студийный фон. Поэтому обратите внимание на свои работы, нету ли у вас там по бокам такого. И я думаю, что в принципе мы можем с вами еще пару работ посмотреть. Ранним работам, кстати, достается очень хорошо. Если кто-то сейчас подумает, ну вот, ранние не посмотрели, с ранними кураторы больше всего сидят. И я сижу, потому что я с утра захожу и начинаю всех проверять. Так что утренним тоже очень везет. Вот эту мне хочется посмотреть работу. Мне кажется, что с одной стороны есть вот этот вот фрейминг, с другой стороны немножко потерялось лицо в тени. Я бы здесь порекомендовала Анне. Единственное, вот слишком близко к краю кадра, то есть мне очень нравится вот эта вот штора, она еще и близко к камере, немножко размылась, как мы с вами вначале говорили, получилось безумно интересно. Слегка бы вот подвинуться прям на полмиллиметра правее, и ты бы не так была близко к камере, потому что здесь у нас вот слишком большое пустое пространство, понимаете? По сути, вот в этом фрейминге, в этой рамке, в которую ты себя взяла, тут тебе можно встать уже посередине смело. И если бы твоя вот середина лица была где-то вот здесь, на мой взгляд, было бы органичнее. Во-первых. Во-вторых, у котика лицо повернуто вот в ту сторону. Обычно, куда повернуто лицо, там всегда оставляют больше пространства. Но это ладно, котик тут, в принципе, второстепенный персонаж. Еще одна рекомендация — это попробуй зайти в Snapseed. Там есть инструмент, который называется локальная коррекция. Сейчас я быстренько вспомню, как он точно зовется. Выборочная коррекция ли? Да, там такой шарик, выборочная коррекция. Вы можете поставить на экран точку, и в этой точке только вот этот участок вы можете высветлить. То есть я бы в Snapseed вот сюда поставила точку выборочной коррекции, и он бы выделил мысленно, умным образом вот эту часть лица. И я бы ее немножко подсветлила, чтобы она по тону стала ближе вот к этой белой рамке. Так как мы помним, у нас в фотографии главное — это то, что самое светлое. И если есть вот такая большая светлая рамка, она может перетягивать на себя внимание. Посмотрите, опять же, есть ли вот что-то такое вокруг, там рядом с вами, то, что может на себя внимание забрать. Изумительный, да, получился портрет. Притом человек здесь не попал целиком, но такая нежность передается даже вот в этом небольшом участке, что просто великолепно. И посмотрите на котика, как будто он прямо видит, что там камера, и вот он за ней. Здорово. Фух, ребята, мы сейчас с вами сделаем небольшую паузу в наших разборах. Уже, блин, тоже классный портрет. Вот эту вот решетку я бы почистила. Кстати, тоже в Snapseed это можно делать. Сейчас мне нужно будет переключить кое-что в слайдах. И я к вам вернусь. Минуточку. Окей. Я вам сейчас хочу подключить еще одного своего нашего гостя, моего ученика, это Наташа. Наташа, я про нее недавно выкладывала рилс, она врач и фотограф. Я знаю, среди вас есть много тех, кто на какой-то серьезно надает деньги, да, или, в принципе, ты ее любишь, но хотелось бы заняться чем-то еще. И фотография — это просто прекрасный инструмент для вас, потому что не обязательно бросать основную работу. Фотографией можно заниматься по чуть-чуть, и вы все равно будете расти. Можно брать одну съемку в месяц, и через год у вас все равно будет в портфолио 12
потрясающих съемок, если месяц умножить на год на 12. И посмотрите, Наташа вот так снимала, складка простая, да, достаточно. Потом пошла на курс и начала снимать вот так. У нее пошли заказы, зарабатывает на мобильной фотографии. Опять же, если кто-то думал, что что-то слишком простое, снял на марафоне, я вчера вот вам рассказывала, это вообще никакой не показатель, что вы не можете вырасти до заработка. Наташа, сейчас мы подключим тебя. Привет, тебя видно. Попробуй сказать что-нибудь. Да, все, супер. Слышно, слышно? Тоже. Да, привет. Боже. Волнительно, привет, да? Боже, как это страшно. Скажи, я каждый раз так вообще. Как это переживать? Мне вот с этого надо не заканчивать, а начинать эфиры. Я очень рада тебя видеть. Спасибо большое, что ты пришла. Это честно. Ну, скажи. Спасибо огромное, что позвала. Это... У тебя просто такая классная история, когда вот ты любишь свою работу, не хочешь бросать. Расскажи, пожалуйста, про это. Как ты вписала фотографию в свою жизнь? Ой, я вообще работаю врачом. Я врач-педиатр-инфекционист, и мне работа моя нравится, я получаю от нее удовольствие, но мне, ну, как и всем, наверное, мне хочется красивую ленту в Инстаграм, съездить в отпуск, привести красивые фотографии, чтобы это было красиво и эстетично. И у меня появился как раз новый телефон, и я случайно у родственницы увидела про запуск, про бесплатный марафон MF13. Я посмотрела на Регину, и мне это очень откликнулось. Я решила, ну, почему нет? Я попробую. Самое интересное, что у меня там подружки еще вписывались, никто не пошел на марафон, я пошла. И, кстати, как раз вот селфи, третья домашка попала к тебе на разбор, и к концу вот третьего разбора мне было очень душевно, прям до слез, это было очень трогательно, я подумала, что это мое, и я купила. Я купила тариф Нью-Йорк и решила, что мне надо. И я ни разу не пожалела о том, что я пошла на тариф с кураторами. Мне кажется, это одно из лучших, наверное, вложений средств было, которое я купила себя, ну, просто на все 200%. Я не ожидала, что так будет, правда. Я думала просто, ну, классное обучение, будет хорошо, будет интересно. Но вот что в итоге я получу столько, что я получу умение фотографировать, что меня будут просить фотографировать, что я буду ездить в отпуск, и мне ребята, с которыми я езжу, будут говорить, какие классные снимки, вот никогда такого не было. И что сейчас у меня появилось огромное какое-то сообщество, наш чат, с которым мы постоянно на связи, ребята приезжают, и мы просто как близкие, самые родные люди видимся. И это просто невероятно. Это, ну, не знаю даже, как описать, просто бесконечная любовь и благодарность тебе, что вот ты делаешь. У меня нет слов, у меня такая ответная благодарность вам за то, что вы не просто такие посмотрели, ну ладно, а реально идете, берете, делаете, и на это очень красиво смотреть. Это, наверное, самое красивое для меня в жизни, это смотреть, как люди берут, делают, и получаются такие результаты, и расходятся вот это все человеческий контакт, потому что фотография — это очень про людей, взаимодействие с миром. Еще у меня такой вопрос. А как, можешь ли ты сказать, как ты находишь клиентов? Я на самом деле, ну, опять же, у меня есть своя работа, у меня их даже 4, у меня достаточно все очень по таймингу сурово, плотно занято, но меня саму находят, ну, то есть ко мне обращаются там ребята, с которыми я просто дружу, там общаюсь, они смотрят фотографии, такие, мы хотим, возьми нас, пожалуйста, мы готовы тебе заплатить, просто возьми, пожалуйста, нас. Они советуют, как бы у меня и так отчасти появляются, ну, ребята, которые хотят, но мы с ними находим окошко, но обычно это, знаешь, это не прямо там, у меня не получается день-день, например, пойти и пофотографировать, через неделю, через две, когда у меня есть выходной, я готова, и вот так с сарафанным радио они просят, рекомендуют, мы общаемся. Им нравится, они в целом удивляются, типа, вот, один курс прошла, круто, здорово, и так можно. Некоторые ко мне обращаются помочь контент-план вести, например. Они говорят, что, там, не знаю, их отучили, а они не умеют, там, они не понимают, а ты можешь, и я еще этим могу помогать ребятам. Это здорово, конечно. Класс. Один курс, а столько знаний, такое применение обширное. Ты вообще просто применяешь реально все, чему мы учились, и там по чуть-чуть, все, молодец. Мне очень нравится то, что мы всему действительно учим и такие универсальные знания даем. А было тебе страшно первый раз снимать знакомых, тем более?
Да, у меня было, знаешь, ощущение, особенно когда снимаешь своих ребят, СМФ, что ты просто все забыл, вообще все там просто свист, ветер в голове, и ты ничего не помнишь вообще. Но потом я смотрю фотографии, скидываю, мне такие, да нет, хорошо же, классно получилось. Но это такая ответственность снимать своих, но ты берешь, ты это делаешь, ты пробуешь. Там, ну вот первые самые съемки я прям объясняла, что там я не знаю, как получится. Но мне немного страшно, давайте попробуем, сделаем. И я не брала за них просто деньги. Ну там ребята сами некоторые переводят просто, ну потому что им результат понравился. Сейчас как-то осмелела, видать. Немножко какой-то уверенности больше появилось. Ну вот даже я свадьбу фотографировала, и тоже вообще очень классный отклик, как от ребят, которых, ну, молодоженов, так и от друзей. Они прям сами уже подходили на свадьбу, а давай нас, пожалуйста, нас давай сфотографируй. Ну это здорово, это очень приятно, конечно. Все, последний вопрос, и я тебя отпускаю. Ой, господи, я его уже 2 раза забыла. Сейчас я вспомню, вспомню. А, ты сказала, что у тебя такой плотный график, да? Вот многие боятся не успевать. Скажи, пожалуйста, прям вот по-честному, как есть, как в плане успеваемости времени на курсе? Да шикарно просто. Ну, во-первых, это очень короткие, емкие уроки, то есть 20 минут, ну, объективно. Можно включить на 1,5 икса. Вот честно, у меня иногда не бывает времени, но мне надо посмотреть. Я смотрю на 1,5 икса, начинаю делать домашку, непонятно, открыла конспект. Все. И я все домашки выполнила, я и прошки все выполнила. Меня прям вообще конкретно затянуло, я прям в восторге была. По времени на домашке, ну, максимум часа 2, наверное, у меня в сумме уходило, но это максимум. Ну, я советую, наверное, всем, особенно кто идет, новички, не ставить себе цель, там, не знаю, сделать лучше всех, идеальнее всех. Просто берите и делайте. Как получилось? Не нравится, отдайте работу, сдайте ее на проверку, вы услышите, если что, получите обратную связь, вы доработаете. Потом захочется, вы отработаете этот урок, но просто делайте. И маленькими шагами вы накопите огромную базу по итогу. Да, все так. Потому что многие хотят свой лучший кадр делать сразу же, вот как только получили домашку. Но лучший кадр вы еще успеете сделать. Каждый новый будет лучше и лучше предыдущего. Спасибо тебе огромное. Я очень рада была вот так вживую познакомиться. Это взаимно, Регина. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное, что ты делаешь. И вот я сейчас собираюсь идти вот на МФ-14 с кураторами. И, ну, потому что это просто невероятный какой-то движ. И я сегодня смотрела урок по селфи, и все настолько... Вы такие классные, это так здорово. И что делает Регина с ребятами, со своей командой, это просто нечто невероятное. Спасибо тебе огромное за это. Мне захотелось одно задание добавить на курс. Я его давала раньше только на курсе по камере. Оно как раз очень поможет тем, кто вот уже определенного уровня достиг, чтобы повторно проходя курс, вообще выйти на несколько ступеней выше сразу. Сейчас я себе запишу, пока не забыла. Это будет очень классно. Окей, так запишу, не забуду. Ты просто чудо. Я буду очень рада вживую когда-нибудь познакомиться. Очень жду Тогда... выпускной, очень-очень жду. Все, отпускаю. Отпускаю, мы с ребятами продолжаем разборы. Спасибо. Тебе, Все, наверное, спасибо. надо выйти самой из зума, и тогда нас разъединит. Угу. Так. Прямо огромного роста желаю Наташе. Мне кажется, у нее так классно, спокойно, в ритме, знаете, без вот этой погони стать самым лучшим прямо сегодня. Вот я надеюсь, вы все зарядились от того, что так тоже можно, и так только и получается. Пока постоянно самобичеваешься, вот видите, какие прекрасные работы и свадьбу. Свадьбу на телефон, и какая великолепная фотография, пожалуйста. Мне прям охота почитать, что вы пишете. Мне кажется, все в Наташу и ее историю сейчас влюбились. Я тоже на курсе, жду с нетерпением. Вообще не планировала уже с вами. Пишите вы. Хорошо, давайте я сейчас кое-что вам покажу.
Потому что у нас здесь есть специалисты очень-очень разных ниш, да, как мы начали говорить. И кто-то хочет продолжать на своей основной работе, а кому-то нужен визуал. И есть постоянный вопрос, а что с ним? Специалисты, которые предоставляют услуги, маникюры, парикмахеры, врачи, которым нужен контент в соцсети, которые ведут блоги, или, может быть, есть психологи, или что-то связанное, астрология, тарологи. Вот что снимать вам? Потому что я подготовила материал как раз из работ учеников для того, чтобы показать много примеров, с которыми вместе проходила курс, такие все невероятные, родные. Ага, мне тоже очень приятно видеть таких учеников. Итак, что может снимать человек, который варит свечи, да, свечевар? Естественно, свою продукцию. И здесь очень классно ученица использовала... Видите, в работах она сочетала материалы, сочетала прямо готовые изделия, как они в процессе, как они, например, какие-то интересные брала примеры. Вот видите этот кадр нижний с рукой? То есть, по сути, это практически похоже на вот эту вот фотографию, где пальцы друг к другу тянутся, вот эти вот расслабленные ренессансские руки, и использовала их. И все вот это вместе, такая девушка, да, и как будто бы вот на ней эта свеча, и все это вместе, опять же, создает определенное настроение. Мы учимся находить все вот эти примеры для себя, собирать это все в единую концепцию для того, чтобы вообще какой-то визуальный бренд простроить для себя, для своих соцсетей. Потому что если просто брать, ой, тут хорошая фоточка, тут интересная идея, это может быть хорошо все равно, но не будет единой концепции, она может быть важна. Здесь даже то, что есть вот эти полоски света, они тоже не просто так, они подчеркивают всю эту идею. И, кстати, каждый из этих кадров может быть снят как видео. То есть вот здесь может быть небольшой процесс, как закрывается свечка, да, здесь листается журнал, здесь, например, лежал просто журнал пустой, на него... так, секунду, курсор... Вот, простите, теперь видно. Вот про, ну, я думаю, вы понимали, о каких фотографиях речь. Или здесь просто лежал журнал, а на него видео раз, и рука поставила эту свечу. И эти ролики можно выкладывать как 5-секундный рилс под любые вирусящиеся треки. Прикол в том, что рилс вирусятся гораздо больше, чем фотографии сейчас. Но это для меня вот формат таких видео 5-секундных эстетичных, это даже не совсем видео, это как ожившие фотографии. Не зря iPhone несколько лет назад добавил live фотографии, как вот помните фотографии в Гарри Поттере, ожившие, вот как будто мы можем с вами делать это. И тогда у нас каждая единица контента, не просто наши клиенты ее видят, а она может завируситься и принести еще нам дополнительных подписчиков, и этому всему мы тоже учимся на курсе, трендовую музыку подбирать и так далее. Если здесь есть преподаватели спорта, для вас тоже будет масса идей. А ведь еще мы все друг другом очень сильно напитываемся там в курсе. Вы увидели у кого-то как работы, можно, во-первых, этой идеей воспользоваться. Мы учим, как тактично это делать, да, потому что это, есть способы тактично делать это. Мы можем спросить, а как ты это снял? Сколько мы можем учиться друг у друга на курсе? Это отдельная тема для разговора. У нас второй гость сегодня будет Дима, кстати. Дима, про которого я сегодня выложила рилс. И он вообще работает с искусственным интеллектом, у него огромный опыт в графическом дизайне, он столько ученикам помогал на курсе, своим сокурсникам, что мы еще и друг от друга массу знаний получаем, не только я делюсь. И вот тут фотография для преподавателя йоги, опять же, какие разные концепции, да, но вот человек смог себя найти, свой стиль. И видите, как великолепно эти работы выглядят и в ленте, и по отдельности. Я бы зашла вот сюда, и мне все говорит о том, что это очень приятный преподаватель, которому я хочу довериться. Вот у нее я хочу заниматься. И это сделано благодаря свету, позированию, опять же, мы не зря изучаем на курсе, и получилось так красиво. Смотрите.
Регина, как снимать радугу, пишет Виктория. Радугу скорее обрабатывать потом, потому что снять ее вот такой же яркой, как мы видим, очень трудно. У нас телефоны не очень это умеют, но это можно в обработке потом вытягивать. И кого у нас только нет, ребят, на курсе, если вы думаете, а вот я, у меня какое-то редкое дело, да, наверное, мне нельзя красиво вести соцсети или для меня курс не подойдет. Подойдет, потому что у нас есть даже визуал для сварщиков. Вот, например, для супруга, по-моему, своего снимала ученица. Смотрите, какие великолепные работы. И вот так на телефон она смогла поймать сварку. Это можно сделать, когда ты научился владеть ручными настройками, чему мы учимся на одном из первых уроков на курсе. Не на самом первом. Самый первый у нас будет очень легкий в эту пятницу, такой для знакомства, потому что вы пока там осваиваетесь на платформе, знакомитесь, чаты, поэтому первый урок будет легче всех трех марафонных, но он будет офигенный. Вы там такая домашка, вы остановиться не сможете. Просто сварка, а как красиво! А это домашка для электрика. И ученица здесь применила урок, даже не основной, а бонусный урок с курса, который называется «Цвет на ЧБ». И собрала один акцентный цвет, остальное все сделала черно-белым. И посмотрите, как великолепно просто мне, я обожаю эту домашку. Притом с разных ракурсов поснимала, и портреты, великолепная домашка. И даже пасечник у нас есть. Даже для пасечника ученица снимала. Опять же, насколько сочные и классные получились работы, я в большом восхищении. Как снимать камни, минералы? Говорите вы, я создаю украшения. Как, вот я бы посоветовала, в принципе, для всех ниш, давайте вернемся вот к этой обложке, наверное, и немножко погенерим идеи. Для любого абсолютно эксперта, бренда, магазина или мастера важно несколько видов контента. Первый — это, понятно, ваши изделия, да? И ваши изделия вы можете снимать на однотонном фоне, там их будет максимально удобно рассмотреть. Эти фотографии хорошо иногда разбавлять ими карусель, чтобы добавлять воздушность, потому что там пространства много. И вообще их хорошо просто ставить внутрь карусели, чтобы люди листали и могли рассмотреть. Часто бывает, я что-то не заказываю. Я, например, вижу интересную одежду на блогере, перехожу в магазин, который отметили, начинаю смотреть, а там тыкаешь на картинку, и, во-первых, все в рилсах. В рилсах не всегда удобно рассмотреть товар. Нельзя только переходить на рилсы, нужно оставлять и публикации тоже. То есть фотография никуда не ушла. Вот напишите, кому неудобно тоже в рилсах товар рассматривать. Поэтому нужны карусели с продуктами. Следующее. Если я не могу вот так полистать и рассмотреть, то, скорее всего, я не закажу. Нужно выкладывать материалы, процесс изготовления, вас за работой. Не сильно часто, но вот мне, например, нравится очень, когда я знаю, что вещь сделана руками, что вот такие-то там были ткани, что это не что-то на бездушном заводе в Китае. Мне это немножко компенсирует как будто вот это вот желание потреблять, я в этот момент как будто становлюсь не просто потребитель, а ценитель искусства и ручного труда. Да, будем честны. Поэтому для таких вот любителей ручного труда очень важно видеть, как это действительно производится. И плюс это такой вид контента, второй, дает вам возможность рассказывать про материалы, которые вы используете, что они там качественные, какие-то особенные, и таким образом еще больше прогревать на ваш продукт. Например, у меня есть вот эти мои халаты, любимые адрасы узбекские. Они прямо шьются в Узбекистане вручную. Я смотрела у них видео на сайте про то, как это все шьется. И там даже нитки плетутся вручную, и поэтому на самом халате есть узелки. И эти узелки — это не брак, а это как раз вот свидетельство, что это полностью ручная работа. Там они показывают, как ткани окрашивают в натуральных красителях, и это можно об этом много раз рассказывать, а можно один раз показать. Всем, всем, всем. Это какие-то доказательства вашего мастерства. И если вы, например, психолог или какой угодно еще доктор, да, специалист,
мастер маникюра. Вы можете показывать, как вы где-то обучаетесь, какие у вас дипломы, все, что может подкрепить, то... вы поехали на какую-то конференцию, в общем, все, что может подкрепить, что вы не стоите на месте, вы постоянно обучаетесь. И даже когда вы просто показываете себя за работой, опять же, не каждый день, да, но хотя бы пару-тройку раз в месяц выкладывать это в посты или в рилс, это демонстрирует вашу экспертность, это будет отличать вас от конкурентов и персонализировать вас для других людей. Вас уже будут видеть не просто ногти, а будут видеть личность, будут видеть эстетику и так далее. Вот эти три вида контента. То есть показывать бэкграунд, показывать себя как мастера и показывать ваши изделия. Ну, как именно снимать изделия, про это welcome на курс. Мы там учимся снимать и просто на... Много у вас будет возможности снимать и на однотонном фоне, и делать разные интересные эффекты, и с размытием, и с заморозкой. Можно, опять же, принципам, которые я рассказала, что вы можете показывать. Вот, вы говорите, да, всем неудобно, рилсы постоянно приходится останавливать, перематывать, действительно. И что еще? Любым экспертам, в том числе копирайтеру, например, можно показывать в блоге, вы удивитесь, просто себя. Просто себя как человека. Вы можете иногда брать какие-то атрибуты, связанные с вашей работой. Например, я бы себя снимала там с телефоном в руках или с камерой, да. При этом я не обязательно заработаю в этот момент. Я просто это могу держать, сделать художественные фотографии для себя. И у нас есть урок по онлайн-съемке, как вы помните, где можно, не выходя из дома, снимать другого, и ученики это отрабатывают друг на друге. И смотрите, какие делают фотосессии. Например, вот это была онлайн-фотосессия для фотографа. Такие получились работы, и как раз вот этот низкий ключ, когда такие а-ля как будто студийные, загадочные, темные фотографии, как картина, хотя на самом деле это снято просто в технике низкого ключа. Потрясающая съемка онлайн, на телефоны, людьми, которые только учатся, не каждый фотографом сделает такую художественную фотосессию. Смотрите, какие красивые получились глубокие работы. Здесь вот работа с применением намеренного искажения перспективы. Чувствуете, там есть такой эффект интересный. Вот, это называется намеренное искажение перспективы. Я вам говорила, что мы на курсе учимся специально искажать ее и применять это для таких интересных эффектов. А вот эта фотосессия была для рукодельницы. И вот как выглядят фотографии. То есть, видите, рядом с манекеном, на рабочем месте, крупно, да, какая-то вязка. Где-то можно даже просто взять и каким-то текстом заполнить, показать детали, и вот атмосферная получилась съемка. Тоже онлайн. Одна ученица для другой снимала кондитера вообще в другом городе. И вот такие получились вкусные, сочные работы. Здесь есть, опять же, и детали, и процесс. Свет, конечно, великолепно выстроен. Я не в каждом журнале вижу такие работы. Как я восхищаюсь учениками, я не могу передать. А вот это вообще потрясающая история. Это ученица моя, Вика, написала любимому музыканту. В январе такая просто сидела, он был в Арабских Эмиратах и в эмиграции, и она решила ему написать, предложить онлайн-съемку, а он взял и согласился. И она его поснимала. Он был в своей квартире в Эмиратах, она была в снежном Петербурге в своей квартире, и она мне потом писала: «Регина, у него на аватарках везде портрет, что вы со мной сделали за мэджик, я на 7-м небе». Посмотрите, он эти фотографии разместил на своих аватарках и на своих афишах. Онлайн-фотосессию, которую сделала студентка курса по мобильной фотографии. Вот такие возможности вам может открыть наш курс. Понятно, мы говорим про заработок, да, про то, что можно зарабатывать, но я считаю, что вот эти моменты, когда столько возможностей, столько интересного, столько людей, знакомств, какой-то мэджика происходит, вот это стоит ничуть не меньше, чем то, что вы можете научиться курс окупать. У меня у самой в жизни все самые потрясающие знакомства, связи и так далее образовались благодаря тому, что я просто предлагала людям съемку, проходила бесплатно на концерты как оператор, все время брала с собой знакомых, пропускались на мероприятия, где артисты, вот это все, и это по-прежнему востребовано. Я уверена, что каждый, кто сейчас начнет, может к этому прийти. Окей, я думаю, что мы можем вернуться к нашим разборам.
Напомню, что специальная цена, сколько у нас остается времени, еще 4 часа, да, примерно. Через 4 часа сгорает первая скидка. Самое время решиться. Самое время решиться. И мы с вами начинаем наши проверки в Instagram. Оп. И я надеюсь, что вам будет видно хорошо. Вот так. Прекрасно. Ну что, выдохнули немножко, вдохновились, на что способна фотография, и давайте пойдем смотреть другие ваши фотографии. Здесь мне хочется Reels, конечно, открыть, тоже показать вам, как на видео это все может выглядеть. Как будто маленькое кино. Для нас это еще и не мое кино, потому что тут, наверное, звук. Я надеюсь, вам сейчас слишком громко не бахнуло в телефоны, на эти динамики, но если бахнуло слишком сильно, то опять взбодрились. Это тоже то, чему мы учимся на курсе, создавать такой ролик. Вот очень художественная работа. Опять же, она снята не на селфи, да, но просто можно открыть окно, побрызгать на него пульверизатором, поставить на штатив телефон на таймер и сделать себе вот такую фотографию, которая останется внукам. И они такие: а наша бабушка что, была актриса? Нет, наша бабушка просто в свободное от офиса время творила. Класс. Здесь потрясающая работа с светом, художественно очень получилось. И это возможно, вот вам может показаться то, что здесь сильно темно. На самом деле здесь, возможно, и достаточно было света, просто он попадал только на лицо, а на задний план его попадало гораздо меньше. И так как у нас камера не умеет одновременно видеть и темноту вытягивать, и свет, то в этом случае либо кожа пересветилась бы, да, и сзади бы все было видно. Но очень хорошо автор, видимо, нажала на экран, зафиксировала экспозицию, понижала, и получилось вот такая, вот такой офигенный эффект. Часто вы будете слышать, знаешь, вы знаете про такие вещи, и я про это тоже говорила, сейчас меньше уже обращаю внимание, то, что тени на лице нужно смотреть, там не слишком ли они что-то перекрывают. Вот тут, например, тень от носа закрыла половину лица. Но в этой фотографии это не имеет никакого к черту значения, потому что это художественный, сильный, цепляющий кадр, и эта тень здесь только усиливает настроение. С тенями нужно быть очень аккуратным. Вот мы сейчас попробуем найти какую-то работу. Молодец. Ой, Костя, привет. Хайдук. Почему Костя — это легенда мобильных фотографов? Потому что Костя на МФ нашел жену. Я не шучу. Костя на своем потоке... У нас там было два просто огонечка таких звезды, про которых знал и слышал весь чат. Это был Костя. Он такой супер технически подкованный, опять же, всем помогал с приложениями, там кучу всего скидывал. И была наша супер зажигалка Светлана. И как-то вот мы пошутили, что типа, блин, надо вам, ребят, познакомиться. А они взяли и познакомились. Начали переписываться, онлайн-съемку как раз они друг с другом делали. Что вы думаете, когда в Петербурге был живой выпускной, опять буду плакать, Костя встал на колени и сделал Свете предложение. Они виделись первый раз в жизни, и Света сказала «да». И они уже больше года живут душа в душу вместе, представляете? Вот. Я не гарантирую то, что этот кейс кто-то еще может повторить в истории МФ. Типа, приходите на курс искать мужа или жену. Ну вот как оно бывает, представляете?
Вот может быть на этой фотографии остановиться про тени немножко сказать. Ну, тут тоже, конечно, не сильно критично. И что еще хочу сказать? Вот на этом кадре, в принципе, я могу придраться к потолку, да, то, что там видно вот эту какую-то... Может быть, здесь даже больница, нет? Не писали? Или где это, интересно, офисное что-то? Ну, в общем, такой не студийный потолок и не безвременный, да, мы четко понимаем, что это что-то современное наше время. Но вот если бы эти же самые живые потрясающие эмоции были в студии, в этом же ракурсе, на эту же самую камеру, это была бы фотография, которую не каждый профессиональный фотограф сможет вам сделать. Поэтому сильно ругаться даже на фон не хочется. Эмоцию вы здесь поймали просто великолепную. Кстати, по свету мне гораздо больше нравится вторая фотография. Это немножко пересвеченная, выбеленная такая. А вот на этой фотографии экспозиция чуть понизилась. Если вы обратите внимание, во-первых, задний план затемнился по сравнению с первой фотографией. И, как я вам и говорила, люди на темном фоне стали гораздо заметнее. На этой фотографии все примерно одинаково белесое, да, вот как важно в нужный момент затемнять экспозицию. Во-вторых, тени стали более видимыми, какой-то интересный художественный светотеневой рисунок пошел от них. Ну, молодцы, прям классно повеселились. Как руку изящно поставила автор, вы посмотрите на это, как красиво. И мне очень нравится то, что увела себя немного и в эту треть, еще и в верхней треть расположила, да, как это великолепно выглядит. И опять же, есть какое-то что-то царское просто в осанке, вообще вот в этом взгляде, в этой полуулыбке. Прекрасное получилось селфи. Молодец. Уже все хорошо и красиво, боже. Мы много видим взлохмоченных волос, да, вот этих вот, я сама очень люблю, а здесь, посмотрите, автор сделала наоборот, загладила волосы, открыла максимально лицо, форму головы, и как это тоже интересно может смотреться. Здесь такая улыбка прекрасная. Вот, кстати, я пока не буду... А, вам не видно, сейчас, секунду. Вот здесь автор снимает намеренно близко, и поэтому там есть такой эффект, когда нос, вот видите, здесь уже совсем другой. Когда гораздо ближе становится, он прям вытягивается, да, в сторону камеры. И вот здесь, вот-вот, эта фотография. Так, смогу я остановить? Хочется кое-что про нее сказать. Помните, я говорила в уроках, то, что не нужно селфи снимать близко. Но вот здесь есть кадр, который так близко был снят, и он потрясающий. Вот этот. Потому что он про вот эту вот челку, он про такую суперживую улыбку, про какую-то, опять же, вот эту шаржевость, да, и озорство, вот, слово озорство вспомнила. И очень здорово, что эта улыбка еще ближе к нам, она как будто стала еще крупнее. И это тоже замечательно. Что еще хорошо, кстати, здесь, то, что любима. Как зовут, интересно? То, что тянет подбородок в сторону камеры. Потому что если бы этого не было, то визуально укрупнялась бы шея. И вот эта вот часть, которая между подбородком и шеей, а из-за того, что она прям тянет и улыбается, получился такой классный эффект. А, как проходить мимо этих видео потрясающих про домашек? Вообще невозможно. Блин, вот тебе надо точно попробовать снять это с низким ключом, потому что мне очень нравится вся актерская игра, все действия, которые здесь есть. Я бы что порекомендовала? Во-первых, если вдруг ты на курсе и увидишь там этот урок про то, как сделать это видео в низком ключе, то обязательно пересними, попробуй. Мне кажется, ты сильно кайфанешь от результата. Это первая рекомендация. Вторая, здесь немножко скачет экспозиция видео. Я не знаю, какой у тебя телефон, но такое... Либо ты специально такой эффект при обработке сделала, тоже может быть. Либо
Это какой-то из старых телефонов, и у них вот так вот экспозиция рывками меняется, когда свет снаружи немножко поменялся, облака чуть расступились или что-то, и рывками меняется свет. Что важно, если вы знаете, что у вас такой телефон? Нужно каждый раз перед съемкой видео фиксировать экспозицию. Я один раз делала эксперимент большой, ходила просто целый день, снимала на телефон за 5000 рублей с Авито Android, и я там изучила все вот эти фишки, которые есть, да, все подводные камни. Вот самое главное в видео — это экспозицию фиксировать. Посмотрите еще раз, как она скачет. Вот, если вы приглядитесь, вот, видите, оп, посветлело в какой-то момент, оп, посветлело, потемнело, одно и то же видео. Притом не каждый промежуток, но некоторые из них. Молодец. Здесь тоже советская актриса просто. Чуть-чуть хочется внизу пространства. Вот прочувствуйте, да? Кстати, еще когда мы обрезаем слишком близко к голове, у нас опять же лицо начинает визуально казаться крупнее, чем оно есть на самом деле. А если мы оставляем большее пространство внизу, то все это выглядит гармоничнее. Я бы чуть-чуть сдвинула бы линию глаз наверх, с помощью искусственного интеллекта дорисовала бы вот сюда немножко пространство, кисть стала бы чуть подлиннее в эту сторону. Фрейминг классно использовала, сквозь какой-то предмет сняла с себя, молодец. Почему в Инстаграм видео пропустила ли я задание? Видео снимали те, кто либо сам умел, видели у других и снимали, либо это ученики прошлых потоков, потому что у них есть доступ к видеоурокам. А к урокам марафона тоже есть видео, и к стоп-моушен, точнее и к раскладке есть стоп-моушен, и к селфи, и даже к первому уроку по перспективе тоже есть задание по видео. Здесь Ксения, хорошие работы. На что хочу обратить внимание, вот когда вы снимаете с искусственным светом, домашним, ламповым, он вот такие тени всегда рисует за вами. И если вдруг нет у вас возможности снимать днем, я вам очень рекомендую снимать не с верхними лампочками, а с настенными боковыми, потому что они, так же как и окно, расположены сбоку. И от них свет будет идти по температуре, может быть, не как дневной, но хотя бы по направлению он будет как дневной. Но здесь Ксения хорошо проработала с этим светом. Не первый раз я знаю это на марафоне. И она поднимала немножко лицо, поэтому у нее сверху свет красиво прорисовал скулы, видите? Так как через скулу свет прошел, а сюда уже не попал. И поэтому скула прорисовалась. Это как раз и есть рисование светом, понимать, как работают рельефы, да? И при этом у нее не прорисовалось под глазами. Обычно самая большая проблема, вот если я сейчас вот так повернусь к свету, у меня уже от надбровных дуг свет на глаза не будет падать, и глаза становятся темными. Поэтому я сижу вот так немножко наверх к нему, это мне еще и осанку позволяет держать. И Ксения то же самое, поднимала лицо и со светом даже потолочным хорошо поработала. Благодарю, говорит Надя, теперь и я буду это видеть. Я очень рада. Будет ли разбор в ВК? Да, конечно. Где посмотреть цену? Цену можно посмотреть по кнопке «Хочу на курс», но я вам ее покажу еще сегодня. Примерно 25 и 35 за два тарифа. Немножко посмотрю вопросы. Можно купить курс по этой цене 25 сентября. Я в дороге и не успеваю. Нужно либо чтобы техподдержка тебя забрала, либо чтобы ты начала заявку. Так-то да, конечно, ты можешь зафиксировать эту цену. Техподдержка, есть ли у вас возможность забрать тех, кто интересуется здесь курсом? Катя говорит, я хороший визажист, но мой визуал — это караул. И прекрасно тебя понимаю, приходи на МФ, будем учиться, потому что какие бы вы ни были хорошие мастера, если визуал дешево и непрофессионально выглядит,
то автоматически так сработает подсознание зрителей, что они будут думать, что и вы плохой профессионал, даже если вы очень хороший. Ну вот это как, знаете, ну, например, может быть очень хорошая стоматология, но она будет грязная снаружи, вывеска покосилась, да, или что-то. Никто туда ни за что не зайдет, хотя, может быть, там будут работать просто лучшие доктора, и внутри она будет вся сияющая и прекрасная. Но вот эта вот штука будет отпугивать просто всех и рисовать репутацию вообще неправильную этому заведению. То же самое наши соцсети. И это работает не только для тех, кто продает в соцсетях, у кого это работа, но и для кто просто ведет свой личный блог. Я считаю, что красивый аккаунт — это как красиво одеться. Притом не обязательно вот это вот с иголочки и все такое, но одеваться так, чтобы это передавало твой внутренний мир. И вот в наше время, мне кажется, соцсети — это даже больше про какой-то твой внешний вид, чем твоя одежда или твой реальный внешний облик, потому что мы больше всего взаимодействуем друг с другом через соцсети. И знаете, как это было классно, когда у меня еще был супер маленький блог, не знаю, меньше 1000 подписчиков, и среди моих знакомых я была одна, кто вел его вот прям уже как блогер. Это было лет 7-8 назад. И это было просто потрясающе, когда я знала, что мои знакомые следят за мной прямо как за блогером. Мне было не важно, что только для моих знакомых я снимаю и веду его красиво. Мне просто нравилось вот так проявляться. Поэтому приходите еще и учиться красиво проявляться в своих блогах с собой истинным. Как по-разному смотрятся фотографии, цветное, черно-белое, вау. Здесь наверное, Татьяна. Давайте посмотрим, здесь как раз история про визуальный шум, да, на фоне. На самом деле, может, я бы даже не стала спорить с... Когда вот холодильник, что-то бытовое попадает в кадр, есть фотографы, которые снимают таким образом, просто вот на дому, как есть, и даже такие живые фотографии мне начинают нравиться больше, чем минималистичные идеальные студии. Вообще интересно, как меняются вкусы, да, и насколько в какой-то момент одно надоедает вот этот чистый вылизанный минимализм, и хочется чего-то более живого. Но в то же время здесь есть вот эта геометричная балка, которая точно отвлекает от нашего главного героя. Поэтому я бы порекомендовала здесь просто подвинуть в другую сторону, чтобы убрать эту балку. И вообще здесь свет какой-то красивый, прям напополам проходит через лицо, может, его хотелось поймать. Красивая фактурная женщина, поснимайте себя, попробуйте еще, может быть, со шторой на заднем плане. Ну какие вы, посмотрите на вас, посмотрите на вот этот кадр. Насколько это великолепный, классный портрет. Я надеюсь, вы все понимаете, какое большое дело мы с вами сегодня сделали, потому что соцсети такую красоту видят очень редко. К сожалению, для соцсетей. Но мы с вами сегодня сделали просто великое дело. Максим пишет, эмоции добавить, да? Интересно, это мне? Кому? Тут свет нравится просто безумно. Не на тот. А батарейка? Сейчас я поправлю все, ребят. Пауза, встать, размяться, попить воды. И вернуться в эфир. Ох, стоит здесь такой. Смотрите, какие красивые капельки на нем. Вообще, да? Всего лишь стекло с капельками, а какая эстетика и красота. Я прям на него любуюсь, и даже не будь это просекко, я бы все равно любовалась. Откроем его скоро с вами, расчехлим в честь окончания марафона. Давайте посмотрим на эту работу поближе. Листики там сзади. Не всегда такой свет можно поймать.
вы можете сказать, блин, а у меня не было сегодня такого света, я не могла сделать. Но вы же не последний раз в жизни снимали. И благодаря тому, что мы наткнулись на эту работу на марафоне, в следующий раз, когда вы увидите где-то на стене такие тени, вы можете побежать и снять. Какая прелесть! Потрясающая идея спрятаться под одеяло однотонное и снимать оттуда. Я просто эту идею себе сохраню сейчас, чтобы в следующем уроке подсказывать, что можно не только со шторой создавать однотонный фон, но и еще и с одеялком. Здесь очень важно, когда вы чем-то вот так укрываетесь, важно не накрыть лицо, потому что если вот, видите, я сейчас слишком сделала так, да, что у меня лицо стало в тени, уже нехорошо. Поэтому мне нужно вот этот треугольник делать немножко вот так над собой, чтобы лицо оставалось в тень, на свету наоборот. Вы тоже можете заскринить. Вот так нет, вот так да. А такие кадры можно делать, когда прям вообще супер жгучий свет и падает через какие-то вот эти дырочки в окне, опять же, сильно понижаем экспозицию. Вау, очень круто получилось, молодец. И здесь даже есть вот этот момент, что глаз наполовину виден, даже оба глаза. Но это настолько таинственная фотография, что вот ей это идет. То есть если бы это была какая-то милая фотография, и там шляпа, глаз закрывается наполовину, для меня бы это выглядело как брак. А когда наоборот фотография, которая может вызывать разные чувства, да, и какой-то мистики, может быть, даже какой-то опасности, какой-то вот страсть, опасность, это же очень близко идущие чувства, великолепно выглядит, молодец. Спасибо за такой пример, что мы можем увидеть, как один и тот же прием может быть использован и в плюс, и в минус. Тоже, посмотрите, красивейшие-красивейшие тени, но так как сзади у нас есть простые обои, ну, простые они в том плане, прекрасные обои, да, ну вот не студийный какой-то фон художественный, и немножко тут кусочек еще там то ли шторы, то ли двери, немножко дивана, и это все у нас забирает художественность. Помните наше главное правило? Стиль — это умение сказать «нет» лишнему. Но это Армани говорил про стиль, а мы с вами можем на фотографию, да, типа художественность, творчество — это умение сказать «нет» лишнему. Можно, если нету шторы, можно было рубашку какую-то попросить, кого-то подержать, извернуться. Понятно, что не в этот раз, вы большие молодцы, то, что сняли, я очень аплодирую. Просто иметь на следующий раз, когда вы еще лучше захотите сделать ваше селфи. А эмоция классная, и то, как поймала этот свет, вообще, конечно, молодец. Можно было попробовать еще больше занизить экспозицию, ближе подойти к окну. Знаете, как бы это сработало? Тоже запомните, пожалуйста, это важный лайфхак, о нем не везде и не всегда говорят. Чем ближе мы к источнику света, на нас свет прямо льется, а туда на фон его доходит гораздо меньше. Если мы стоим в середине комнаты, то мы и фон освещаются примерно одинаково. Если мы возле окна, то на нас льется тонна света, а туда попадают только капельки. Поэтому иногда один из способов затемнить фон — это прям быть как можно ближе к свету. Я, допустим, вот здесь, мне не всегда нравится фон, днем не особо художественно снимать видео. Что я делаю? Я из двери выхожу на балкон, дверь оставляю открытой. В комнате на меня на улице света дофига, я для камеры светлая, а сзади меня образуется практически черный фон, потому что по сравнению с тем, сколько на балконе света и в квартире, для камеры, как Эверест, огромная разница. И есть вот такой вот способ прекрасный затемнять фон, если вам кажется, что дома негде снимать. Как вообще решиться, кого открывать и проверять, на ком останавливаться? Здесь опять же какая-то фактура на лице, безумно художественная. Мы сегодня уже вспоминали журнал Esquire, вот они обычно мужские портреты так делают, потому что, ну, так повелось в социуме, что мужчинам простительнее разную фактуру иметь на лице, и там прям специально фотографы эту всю текстурность добавляют. Но на самом деле для меня и на женских портретах это очень сильно и мощно может выглядеть, это тоже достигается за счет работы со светом, за счет вот этой фактурности, молодец. На этом кадре
Блин, безумно красиво, знаешь, что я бы порекомендовала? Чтобы пальчики попадали не на вот эту светлую часть, а на уровень с одеждой. Это если я возьму и вот сюда поставлю руку, то она у меня сливается. Опять же, можете сделать, типа, вот так. Нет. А если я вот сюда поставлю пальчики, или у меня тут будут волосы, да, и будут пальчики, то их видно совсем иначе. Посмотрите, заметили разницу? Могу показать. Вот так теряется рука. И вот так она четко контрастно видна. И если бы здесь, я бы, наверное, также руку оставила близко, но я бы подтянула немножко кофту, чтобы она больше закрывала вот эту часть. Опять же, не полностью, потому что здесь есть такая красивая мышца. Вот эта грудино-ключично-сосцевидная. Молодец. В любом случае, потрясающие работы. Блин, как красиво. Очень хорошо. На третьих, наверное, кадрах, особенно вот тут, для меня становится слишком много текстуры справа. Я бы, может быть, ее все-таки отодвинула и оставила бы только вот этот чистый задний фон. Здесь настолько самодостаточная фотография, что, опять же, говорим нет лишнему. Вот эта текстура, она здесь вроде интересно голову прислонить, но если бы там было что-то однотонное. Или можно попробовать в каком-нибудь редакторе размыть эту текстуру, чтобы там равномерное все стало. Я сегодня кого только не вижу. Земфиру видела, Лизу Боярскую вижу. Последуй совету Реджи Фото. Кладите болт на тех, кто считает, что вы не соответствуете чьим-то стандартам красоты. И помните, самое красивое лицо ваше с первого дубля. No makeup, написала Катя. Спасибо, прекрасная фотография. Ну вот какой мейкап вообще, о чем мы говорим? Невероятная красивая девушка. Всего пол лица нам видно в кадре. Идеальное расположение вот в этой вот верхней точке внимания. Если бы лицо было где-то вот тут расположено, посередине, менее интересный стал бы этот снимок. Блеск очень классный на улыбке, да, фактура вся лица. Ну, великолепный кадр, молодец. Все просто в темноте. Супер. Да, Наташа действительно не первый раз участвует, но я считаю, что для всех вас это просто вдохновение увидеть, к чему каждый из вас может прийти. Здесь отлично выделила светом именно нужный участок. Если бы вот это пятно попало на кусочек волос, было бы вообще не то. Согласитесь, то, о чем я всегда говорю. Самое главное должно быть подсвечено. И рука, опять же, наша вот эта супер рука. Боже. Как вы это хорошо смогли повторить? Ну что, мы готовы послушать Диму? Ай, какая здесь фотография, посмотрите, пожалуйста. И даже имя Антонио, ну вот, ну просто. Мне очень нравится приподнятый воротник. Он тоже дает какую-то ассоциацию из кино. Офигенно. И взгляд, и все. Если вы пойдете к нам на курс, мне кажется, вас будут просто раздирать на онлайн-съемке, чтобы поснимать. Все девчонки наши. Так, и давайте посмотрим. Ой, почему она так маленькая открылась? Ирина, смотри, безумно крутой свет у тебя там. А сможешь ли ты, раз попала на разбор, завтра сделать такую же фотографию, но три вещи. Убрать очки лишние, они тут не нужны ни к чему. Немножко больше открыть вот это место. Сейчас у тебя вот такой, да, идет. Вот такой идет угол, а ты попробуй немножко раздвинь, чтобы у тебя больше открылись ключицы. Мне кажется, будет очень красиво. И вообще вот у женщин эта часть, я считаю, в любом возрасте просто великолепная. Вот так вот ты откроешь, и такое может у тебя нарисоваться. И следующий момент — это линию глаз сделать верхнюю треть. Три, а, еще одно. И понизить экспозицию.
Желательно, чтобы вот это же самое время было, когда ты снимала эту фотографию и такой же свет. И если ты потом найдешь способ меня отметить, прислать в личку до, после, что угодно, я буду очень рада показать это в сторис, что вот такие всего лишь мелочи могут сильно изменить фотографию, снятую в одном и том же месте на один и тот же телефон с одним и тем же человеком. Тут, наверное, самый первый вот на этой работе остановимся с проверками. То, с чего мы начинали. Рука, телефон сверху, рука стала слишком близко к камере и визуально укрупнилась, да, точно рука не такая. На нее еще и света упало больше всего. Я бы тут порекомендовала, если хочется прямо руку взять. Но на самом деле даже то, что она укрупнилась, может быть не так плохо, но света на руке больше, чем на лице. Рука самая близкая, самая, по сути, крупная в кадре и самая хорошо подсвеченная. И она внимание на себя забирает от портрета. Можно попробовать локальными инструментами поработать. В Snapseed я говорила, помните, выборочная коррекция. Руку затемнить на полтона или даже на один тон, а лицо, наоборот, подсветить. Сохраню себе этот кадр. Я сегодня не успела сделать разборы в сторис. Мне кажется, я завтра целый день буду разбирать, потому что от вас не оторваться. И хочется именно с портретами, хочется как можно большему числу людей дать разборы. Так что завтра в сторис встретимся с вами. На этом кадре классная очень эмоция, но мне кажется, фон как будто подсвечен больше, чем лицо. А так, вот этот эффект, конечно, мокрых волос, тоже бейте на заметку, очень киношно и художественно смотрится. И совсем снизу снятый кадр. А я переключаюсь тогда на презентацию, чтобы показать вам нашего следующего гостя. Прежде чем мы приступим к разборам ВКонтакте. Ищу, 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 друзья мои, нашла. И это наш Дима. Вы сейчас поймете, почему я так вздыхаю, и мы все там типа под этим видео пишем: «Боже, Дима, это же Дима!» Просто очень интересный человек. Я каждый раз теряюсь, когда мы с Димой созваниваемся где-то в Зуме, потому что, мне кажется, он настолько начитан, насмотрен, и когда даже такие люди доверяются тебе в обучении, для меня это просто огромная честь. Так что я вот прям сижу, знаете, волнуюсь. Вот так Дима ведет свой аккаунт. Он делает очень творческие работы, и он говорит о том, что для него фотография гораздо больше, чем про красоту и про эстетику, и хочется делать фотографии со смыслом, да, доносить какие-то чувства изнутри, идеи, которые вызовут эмоции, которые несут определенные смыслы. И опять же, очень ценно то, что Дима сказал, что на курсе он приобрел для себя знания сполна для того, чтобы именно такие фотографии делать. Поэтому даже простую перспективу ему удается передать с настроением, тем самым художественным. И вот так Дима сейчас снимает. Давайте, пока он подключается, я на ваши вопросы поотвечаю. Катя радуется, что попала на разбор. Евгения пишет: такие мелочи, но огромный эффект. Правда. Правда. И представляете, как вы накачаете свой кругозор, насколько вы его разовьете, даже если вы вообще не хотите учиться фотографии, просто для развития кругозора. Если вы 2 месяца послушаете даже не все 20 эфиров, которые у нас будут на курсе, а хотя бы еще несколько из них.
Это я вам напоминаю про скидку и скоро сгорающую скидку и ссылку. Там же есть кнопка «Задать вопрос», вы можете написать техподдержке, если у вас есть любой вопрос. Анна пишет: «Боже, как я счастлива, что пошла за импульсом души и взяла курс. И не сэкономили, и уже второе занятие, себя благодарю. Я на Нью-Йорке, благодарю Регина, столько чувств жизни на марафоне». Это такое удивительное чувство. Я сама очень радуюсь каким-то покупкам по импульсу души. И прям вот чувствую себя счастливой в этот момент, даже если рационально и рационально, без разницы. Это удивительное чувство, когда ты кому-то даешь такой продукт. Спасибо, что вы пишете. Олеся написала: «После сегодняшнего эфира пойду завтра свои селфи переделывать». Блин, я Дима должна была пустить еще полчаса назад, и, может быть, у него уже появились какие-то дела. Это к тому, что я очень засматриваюсь на ваши работы и очень перехожу все тайминги по проверкам. Регина, какой программой вы правили искажения с доской и леденцом на палочке? Это приложение Snapseed. Подпишитесь на мой Telegram. У меня там такой же ник вообще во всех соцсетях: YouTube, Insta, ВКонтакте, Телега, Реджи, нижнее подчеркивание фото. Попробуйте просто Регина Бакирова набрать, может быть, он и так найдет. И в Телеге я выкладывала видео прямо с названием. Можно и в Инстаграм поискать, и ВКонтакте на стене, но там далеко могут быть эти видео. А вообще они у вас на GetCourse. Вы знаете, что у вас у каждого есть ваша страница на GetCourse. Вот сейчас марафон пройдет, зайдите, полазите. Там под каждым уроком могут быть дополнительные бонусные материалы. Мы не зря его создавали. К сожалению, не так удобно оказалось всех добавить, да, на GetCourse. В смысле, до каждого из вас донести, что он есть, что вы можете им пользоваться. Но если вы самостоятельно готовы покопаться, найти, то до 30 числа еще доступ. 30 числа закроются кабинеты. Вообще, это был Snapseed. Очень забавно то, что раньше была борьба, кого разберут, а сейчас борьба соцсетей. Типа, почему вот эта соцсеть побольше, а почему вот эта поменьше? Мы могли бы, ребят, вообще только в одной соцсети разбирать, вообще не листая по времени, типа выше, ниже, и в этом разборе было бы ровно столько же пользы, вот сколько было именно в этом. Ну что, давайте я пойду тогда пока дальше. Если у вас есть какие-то вопросы про курс, сомнения, и вы их напишите, я буду тоже очень признательна, кстати. По поводу, наверное, основное возражение у всех, которое есть, это возражение по поводу цены, да, то, что кому-то курс просто сложно по карману. Вчера мы разбирали, во-первых, такую штуку, что вы можете у себя в соцсетях сделать сторис или пост о том, что вы очень загорелись раскрыться творчески, наконец-то пойти учиться фотографии, очень загорелись этим. И есть вот такой курс, в котором на этой неделе уже начинается старт, но вы сейчас его не можете купить. И если кто-то поможет вам, вот мой номер карточки, все, кто мне помогут, я вас буду фотографировать потом весь курс, и давайте вместе соберем на мечту. Есть даже специальные сайты, на которых собирают на мечту. Я сейчас подумала, может быть, выложить в сторис или в телегу эти сайты. Но там, конечно, очень много людей пишут свои желания, поэтому на своей странице может быть гораздо эффективнее. И вы даже можете удивиться, насколько люди рядом с вами, даже ваши какие-то дальние знакомые, могут быть рады вам помочь осуществить это. Потому что следующий поток будет только через полгода, весной 2025. Представьте, сколько уже за эти полгода можно выполнить и насколько вы уже вырастете к этому времени, да? Придете через полгода вот такие же на марафон, будете пугать новичков своими офигенными работами и благодарить себя за то, что полгода назад решились. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть рассрочка и банковская, и доверительная. И в-третьих,
Сейчас я переключу еще параллельно на ВКонтакте вас. Так. И в-третьих, на курсе мы учимся зарабатывать на мобильной фотографии. У вас будет особо большой стимул окупить. Знаете, лучше всех всегда зарабатывают и окупают те, кому это действительно нужно. И для тех, кому это действительно нужно, мы очень много информации даем, очень много помощи. И добро пожаловать на наши разборы ВКонтакте. Так. Достаточно крупный кадр. Мне интересно, снимала Надя его близко или она потом обрезала. Судя по тому, насколько аккуратными... Посмотрю, как выглядит... Секунду. Судя по тому, насколько... Края очков вот здесь. Нет, не идет дальше. А, все, я поняла. Вот так и выглядит эта фотография. Видите вот этот край? Он абсолютно не искажен. И даже вот с этой части тоже дужка и, в принципе, нос, да, если бы это было снято близко, скорее всего, перерастягивался бы. Либо это снято чуть подальше и потом обрезано, либо здесь в некоторых телефонах селфи-камера так срабатывает, или даже другая сторона камеры, что она не искажает. То есть, возможно, стекло там и искажает, но в телефоны у нас же еще много встроено микропроцессорных всяких программ, которые с помощью искусственного интеллекта, с помощью программы, простите за тавтологию, обрабатывают наши фотографии, и то изображение, которое мы видим, оно частично физическое, частично цифровое, то есть частично с помощью прям физики на стеклах оно получено, частично с помощью обработки автоматической в телефоне. Дима, я тебя вижу, сейчас я тогда тебя добавлю, договорю вот это и добавлю. Например, то размытие, которое мы видим вот сейчас за мной, это физическое размытие, потому что у меня камера, которая прям размыла с помощью диафрагмы открытой. А на телефонах там цифровое размытие, поэтому иногда где-то в мелких складках волос или между пальцами, да, особенно когда только первые появлялись, там вот этого размытия не было, и видно было четко эту границу. Это из-за того, что там просто программа быстренько вырезает вас по контуру, размывает задний фон, а вас оставляет резким. И я переключаюсь на Zoom, потому что Дима к нам подключился. Дима, прости, пожалуйста, что я так долго заставила ждать. Спасибо, что ты пришел все-таки к нам. Звук тебе надо включить. Почему-то я тебя не могу даже размьютить. Можно попробовать перезайти. Сейчас слышно? Слышно, да. Только тебе нужно камеру на себя переключить. А куда она сейчас? Сейчас я узнала, где ты живешь. Это не моя комната. Это не мое. Там, наверное, оленьи рога и велосипед, да? Рога я не успела увидеть. Вижу очень фактурный торшер с таким красивым желтым светом. Ты снимал с ним что-нибудь? Так меня видно? Да, да, сейчас тебя хорошо видно. Регин, можешь включить, поделиться экраном еще раз? Да, сейчас попробую. Потому что я себя не вижу, я не вижу, как я в кадре. И... Тебя очень хорошо видно. Видно немножко краешек торшера и тебя. Очень нужно выключить и включить еще раз. Что именно?
Демонстрацию экрана. А я вот вроде делаю. Стоп, шеер. И шеер. Теперь я вижу. Дим, у нас тут какая-то... Все, вот вроде бы пошло. Было перед этим. Перед этим было два окна. Я видел себя, видел Регину, но... Ну, как бы ладно. Если вы меня видите, я могу и так говорить. Видим, видим, дорогой. Расскажи, пожалуйста, про то, что для тебя вот эта вот творческая фотография. Что ты нашел на МФ для этого? И что ты посоветуешь тем, кто хочет снимать фотографии со смыслом? Давай вот так. Ух, как серьезно. Тут... Можешь отвечать несерьезно. Собственно. Ну, если несерьезно, тут все просто. Нужно взять мобильный телефон, найти функцию включения фотоаппарата, кнопку, протереть экран и снимать все, что видишь. Если серьезно, то фотография со смыслом – это не какая-то задача, которую можно решить вот, просто, скажем, по вот я хочу снимать фотографии со смыслом, я встал, пошел и снял. Это, конечно, должно идти изнутри, и для этого, конечно, внутри должно быть какой-то опыт, какие-то перенесенные там, ситуации, пережитые, там, выстраданные это, скажем, потому что заложить фотографию смысл, который ты не пережил, не пронес в себе, это ну, нереально. Ты сам не будешь видеть, ты сам не будешь чувствовать. Угу. Если вот можно даже судить по результату, если ты смотришь свои фотографии, тебя самого вот она может пронять, тогда ты понимаешь, что в ней есть вот то, что ты хотел донести. И ну, это сразу чувствуется. Это не какие-то технические приемы, хотя там, конечно, есть нюансы, которые можно и назвать техническими моментами, потому что, ну, скажем, допустим, наличие человека, образа человека, это всегда уже предполагает наличие какого-то смысла, потому что каждый человек, понятно, это космос, да, Вселенная, и нет ничего интереснее человека, в моем понимании, для фотографа. Есть, конечно, много фотографов, которые предпочитают снимать природу, там, закаты, рассветы, раскладки. Это тоже хорошо, это правильно, и это тоже может нести смыслы. Но настоящий глубокий смысл, настоящая интересная история, на мой взгляд, она возникает тогда, когда в кадре появляется человек, вот, в первую очередь. Но это вот, если брать технические моменты, то наличие человека в кадре – это всегда уже смысл, да? Даже если человек не серьезен или он серьезен, это может быть все что угодно, но когда мы смотрим на человека, на его образ, мы уже домысливаем, мы придумываем, даже если это не так, историю этого человека, его какую-то биографию, какие-то пытаемся представить качества, которые он в себе несет. Да. Может быть, это связано как-то там с эволюции человечества, когда мы пытались, глядя на незнакомца, понять, опасен он для нас или, наоборот, это друг, которому следует расположиться. Но в любом случае, если не погружаться глубоко, то наличие человека в кадре – это уже начало пути. Можно я тебя спросить? Ну и, конечно, какая-то история. Да? Вот, когда мы снимаем, когда берем кадр, да, вот, буквально за доли секунды возникает ощущение, что этот кадр в себе несет. Ну, а можно я тебя спрошу? Это... Мне кажется, знаешь, да-да, одно из препятствий, да, в принципе, делать фотографии со смыслом — это бояться, потому что тебе кажется, ну вот я сниму вот с таким смыслом, кому это надо? Это никто не поймет, меня посчитают странной. Понимаешь, наверное, можешь представить, да, эти чувства у других. Вот как оно у тебя, и что ты другим посоветуешь? Ну, для начала состариться. Состариться. Ну, я шучу, конечно, но с возрастом к этим страхам начинаешь относиться проще. Это... Не все, кстати, многое становится незначительным, и с возрастом человек, конечно, старается обращать внимание на по-настоящему важные вещи, которые важны для него,
потому что, в принципе, ну, с возрастом мы понимаем уже больше, ощущаем конечность жизни, да, как бы это печально ни звучало, и поэтому стараемся тратить время на по-настоящему важные для нас вещи. Вот, и, ну, понятно, что спешить я бы не советовал, торопиться, стареть, там, взрослеть, но вот как раз, может быть, взгляд, стараться смотреть на жизнь как-то глубже, и, в принципе, ну, фотография — это отражение нашего взгляда на окружающую действительность, и что мы думаем, что мы чувствуем, то мы и закладываем в фотографию. Знаешь, какая фраза есть, очень классная фраза, или, в принципе, техника, которую можно самому делать. Если ты боишься что-то сделать, то представь, то, что тебе сейчас 70, 80, и какой бы ты совет себе дал вот сейчас, делать это или не делать? И офигеть, как это помогает в жизни всегда принимать решения, представить, что тебе 80. Это очень близко к тому, что ты говоришь. Стив Джобс когда-то вот сказал фразу, ну, там тоже, конечно, немного оптимизма в том плане, что он пытался проживать каждый день, как, скажем, последний, и поэтому он много успел и многого добился, в том числе и поэтому. Он говорил, что, глядя на себя в зеркало утром, всегда задавая вопрос, хотел бы ты провести этот день так же, как вот ты его провел, если бы он был, ну, по-настоящему последним. Поэтому, ну, это как бы не в плане трагизма, но вот эту остроту ощущения жизни, надо вот, это как раз близко к тому, что вот только что ты сказала, даже если тебе 20 лет, но когда ты снимаешь, представь, что ты прожил большую, насыщенную, разнообразную жизнь. И вот сейчас у тебя есть что сказать миру, да? Хотя, конечно, там 16, 17, 18 сложно, да, нет того опыта, но есть воображение, есть фантазия, есть ситуации, которые окружают, есть фильмы, есть книги. И это все, в принципе, это опыт тех вот 70-80-летних, которые оставили все это в произведениях искусства. И не обязательно стареть, можно просто читать, можно смотреть фильмы, можно обращать внимание на людей, на соседей, а как люди ходят, как они разговаривают, как они улыбаются. Это всегда интересно, и я вот, ну, повторюсь, я неоднократно говорил, что для меня, конечно, в первую очередь нет ничего интереснее, чем человек. Вот. И люди, они плохие, хорошие всякие, они меня вдохновляют. Это очень, вот, это очень в тему, да, нашего сегодняшнего урока. Ты хотел закончить мысль, прости, я тебя перебила сейчас. Нет. Ну, собственно, вот это можно считать как резюме. Да, фотография со смыслом — это фотография по-настоящему важных и ценных для тебя вещах, которые тебя вдохновляют. В данном случае, вот я говорю о человеке. Вот, но там могут быть нюансы, могут быть фотографии со смыслом, и связанные там с природой, да, с животными. И это тоже смысл, это тоже глубоко, но с человеком проще. Человек в кадре — это уже смысл. Как в... Это, если... Ну да, как один из самых, ну, это главных по поводу вот этого цепляющих приемов — это просто взять человека в кадр, а потом уже по градации что-то живое. Дим, а можно я тогда тебя еще спрошу и отпущу, потому что у нас уже время эфира мало остается. Вот сегодня сгорает цена на курс, первая скидка. Есть те, кто сейчас такие думают, идти, не идти, а точно ли я получу что-то на курсе, да, точно ли он стоит того. Опять же, честно, как ты можешь им ответить? Вот универсальный ответ вне зависимости от ниши, потому что ты смотрел уроки. Как ты думаешь, насколько он универсально подходит под любой запрос? Я скажу так, что в нашей группе и вообще на потоке, вот для меня
такой удивительной вещью было, что обучаются люди с градацией возрастной, там от буквально там, ну, 15-16 лет и заканчивая там 60, и даже там бабушки были, там, по-моему, лет 70. И это уже само за себя говорит, да, о том, что инструмент, который привлекает людей разных возрастов, разных профессий, разных социальных групп. И я общался со многими людьми и до сих пор продолжаю общаться, потому что МФ — это вот по-настоящему, я думаю, об этом, может, говорили, или сегодня Reels вышел прекрасно, кстати. Я поблагодарю еще раз за прекрасный монтаж. Я тоже. Мне так нравится этот Reels, боже, спасибо тебе за него. Это вам спасибо, монтаж просто, ну, очень крутой монтаж и классно сделано. Но сейчас речь не об этом. В этом видеоролике как раз идет речь о том, что я вот тоже попал в сложную жизненную ситуацию, там связанную с уходом из жизни родителей. И курсы как раз помогли мне все это пережить, перенести. И я тоже шел на них с таким, ну, не очень большим запросом. Мне, как мне казалось, необходимо было только научиться какому-то инструментарию, владению там программами, какими-то приемами работы на мобильном телефоне, да. А по факту я получил гораздо больше, да, и, ну, если так сказать пафосно, я вроде как осиротел, хотя, ну, возраст уже такой, ну, тем не менее. И МФ, вот, по сути, стал для меня, ну, второй семьей. И я получил больше, чем рассчитывал, и поэтому, ну, я бы рекомендовал, и я понял для себя, что, в принципе, на МФ, и я уже об этом говорил, у МФ появилась своя миссия, я не знаю, в каком году, сразу же или там с определенного потока, но это больше, чем просто курсы, ну, мобильной фотографии, да, или там сейчас дополнительно и видеомонтаж там подключается. Это действительно про это комьюнити, это социум, это семья, и это видение, и творчество, и арт-терапия. Это очень много, это целый комплекс, и мне очень приятно, что это стало чем-то большим, чем просто курсы по обучению там мобильной фотографии. Потому что курсов по обучению приемов работы с мобильной фотографией достаточно много. Но МФ очень выгодно выделяется на этом фоне, и я вот на своем примере могу об этом с уверенностью сказать. И как я после этого должна разборы дальше вести? После таких душераздирающих слов. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Тогда я тебя отпускаю. Блин, я буду переслушивать просто этот участок, мне кажется, в какие-то свои темные времена, когда мне будет казаться, что я херню делаю, самобичеваться и все прочее, потому что, конечно же, у меня тоже такое постоянно бывает. Я не могу передать, как мне это ценно было сейчас. Короче, блин, спасибо большое-большое. Я очень восхищена. Спасибо, что пригласили. Я очень восхищена спасибо тем, как ты снимаешь. Пожалуйста, продолжай. Твои работы — это очень интересно. Это даже интереснее, чем многие фотографы, за которыми я раньше следила. Я реально становлюсь фанатом своих учеников. И я вижу, тебе тоже неловко, да, когда тебя хвалят. Ладно, отпускаю. Спасибо. Ты пример для многих. Продолжай, спасибо, пожалуйста. Это тоже ответственная миссия — быть примером для многих. Вот. Вот я об этом хотел сказать, но... И вот, ну, я, собственно, собирался с этого начать, что вот то, что пригласили меня на эфир, это не повод для гордости, а это такая большая ответственность, что я поэтому вот волнуюсь. Вообще-то я говорю, ну, обычно гораздо более складно, поэтому простите меня там за некоторое косноязычие, но
это действительно большая ответственность, я ее чувствую. И когда ко мне обращаются люди за советом, я стараюсь не делать это формально, и я всегда нахожу слова поддержки и не просто критики, а всегда говорю, как можно работу улучшить. И, ну, это большая ответственность, и я буду стараться ей соответствовать. Вот. Все, спасибо еще раз. Хорошо, тебе нужно самому отсоединиться. Я уже после этого прокомментирую то, что ты сказал. Что, во-первых, Дима отмечен у меня в соцсетях сегодня, и сейчас с ним еще вышел пост в Телеграм, поэтому вы можете перейти, посмотреть его работы, написать что-то Диме, даже задавать свои вопросы, он к этому тоже открыт, а вдруг вам захотелось что-то еще у него спросить. А во-вторых, я, по-моему, забыла. У меня уже тоже и косноязычие, и все прочее. Но как действительно сейчас делать разборы? Я не знаю после такого. А, я хотела сказать, что я очень благодарна, ребят, вам, тем, кто приходит, ученики мои дорогие, на эфир вот так, потому что я представляю, какой это стресс огромный. Мне даже неловко в те моменты, когда приходится очень быстро вам задавать вопросы, да, сразу. Вы только подсоединились, сразу вот это. Я представляю прямо ваши чувства и бесконечно прям благодарна и ценю. Но вы знаете, какие у нас тут ребята сидят классные, поэтому все вам пишут только хорошие слова. И Диме тоже писали, восхищаемся, и что очень приятно слушать. И что бесценно, о чем, Дима, ты рассказывал. Окей, давайте вернемся ВКонтакте, поделаем еще несколько разборов. Классный просто вот этот. Ну, не зря вы будете видеть то, что очень многие портретисты, они вот черная одежда, черный фон, потому что это больше всего привлекает внимание к человеку. Немножко, видите, тоже экспозиция скачет, да, то есть здесь в идеале нужно было зафиксировать. Но в плане отработки эмоций прям большая-большая молодец. В следующий раз будешь снимать такое видео, фиксирую экспозицию. Машина — прекрасное место, где можно делать селфи, потому что там тоже бывает впереди светло, так как лобовое стекло на тебя, сзади гораздо темнее, и получается тот самый темный фон. Вряд ли ты снимала на ходу, наверное, была остановлена машина, можно было ремень расстегнуть, чтобы все-таки это черная контрастная линия по тебе, которая на себя забирает внимание. Поэтому в машине расстегивайтесь. В остальном мне нравится, и как руку расположила. Может быть, единственное, не слишком вот ладонью, да, в сторону зрителя, а все-таки больше ребром, боком руки. Но здесь не критичная позиция. Нравится взгляд, зато такой блик попался в глаза, очень светлый и хорошо. В машине, кстати, еще когда снимаетесь, можно даже ближе продвигаться к лобовому стеклу, чтобы еще больше было света на вас, еще меньше его было сзади, как мы разбирали до этого. Ой, из волос сложила такую штуку. Идеи, видите, интересные. Линию глаз выше. Очень хочется, чтобы не была голова просто как отдельная статуэтка. Так же, как у вас было с рукой, да, что вы теперь не развидите, что это просто культя без кисти, с ампутированной кистью. Также и здесь, и один раз представив, вы не развидите, что это не голова с телом, не человек, а просто отдельная голова, как скульптура, как вот эти вот Давиды, которые во всем Инстаграме были пару лет назад особенно. Так что оставляйте всегда немножко часть плеч и груди. Практически всегда. Ой, вот это вот по эмоциям. Мне, кстати, очень нравится такая. Здесь еще как будто бы чуть-чуть стеснительно было все это делать, а вот здесь уже прям живее гораздо стало. Что я хочу сказать? Конечно же, меня отвлекает одежда, которая в рисунок. Вот буквально была бы здесь рубашка, опять же, та же самая, черная или белая, и уже это было бы больше Питер Линдберг.
Когда вы снимаете с нижнего ракурса, нужно быть очень аккуратными, чтобы лицо не вжимать в себя, да, вот здесь оно немножко получилось, и поэтому по ширине лицо и шея стали почти одинаковыми. Это не так, конечно же, у Натальи, потому что на других фотографиях мы видим уже другую картину. Вот здесь, например, шея гораздо тоньше. Но вот с нижнего ракурса лучше, если вы в этот момент вытягиваете шею. Вот какая большая разница. Так не надо, вот так надо. Тут классно все. Закрытыми глазами тоже очень искренне классно получилось. Окей. Лицо ребенка там просто на миллион. Мне кажется, надо выложить сначала вот это, а потом мама, чтобы укрупнить лицо ребенка. Ну-ка, я смогу это сделать? Вот так. Мама, что происходит? Эмоция великолепно отыграна. Прям видно, что в тот момент, возможно, действительно хотелось орать. Свет тоже потрясающий. Попробуй... Вот знаешь, эти фотографии классные. Хочется, чтобы ты теперь пошла еще дальше и подел... Нет... И поделала еще и художественности больше. Поэтому можешь в этот же солнечный свет теперь встать и поделать так, чтобы снижать экспозицию, чтобы все уходило в темноту. И какие-то обычно наоборот более яркие эмоции всем желаю. А у тебя яркие отработаны уже отлично. Попробуй более спокойные теперь. Не спокойные, а более такие, знаешь, глубокие, артистичные поделать, когда просто лицо спокойное, но пронзительное. То, что мы видели на многих работах сегодня. Что происходит? Я нажимаю на фотографию, он меня перекидывает вперед. Хочет сказать, что все, уже хватит на сегодня разборов. А, что я могу сказать? Вроде композиционно, ну там где-то глаза с средней линии перевести наверх, да. Самое главное, что здесь свет искусственный, от лампочек верхних, скорее всего. Поэтому он и тени рисует сверху вниз не очень красивые. Во-вторых, он слабый, какой бы ни был, он не такой, как дневной свет. Поэтому качество на селфи-камерах, даже на последнем айфоне, становится гораздо хуже, чем когда вы снимаете с... более дневным светом хорошим. Это первое. Второе. Непонятно, к чему мягкая игрушка. Потому что, в принципе, просто женщина в футболке, почему миленькая мягкая игрушка с ней? Если хочется показать, что это твое изделие, да, ваше изделие, то нужно, может быть, там каким-то метром обмотаться или какие-то еще взять инструменты, быть за рабочим месте. Помните, вчера была раскладка, где был пирог, там, по-моему, тыквы, что-то такое, и лежала соска детская. И все было такое фактурное, деревянное, такой винтаж, и было вообще непонятно, при чем там детская соска. Мы потом придумали, как это можно обыграть. Если бы тянулась детская рука, было бы понятно, что вот он хозяин, пришел, оставил, вот откуда детская соска. И картинка складывалась бы в голове. Здесь непонятно, к чему мягкая игрушка. Если хочется показать какое-то озорство и любовь к ней, то нужно это озорство больше тоже подчеркнуть, типа более взъерошить волосы, может быть, быть в пижаме. Пижама, кстати, возможно, будет вся в рисунок и будет отвлекать, возможно, под одеялом. Помните, мы видели классное, да, вот это? В общем, как-то придумать, обыграть вот это озорство. Потому что иначе у нас не складывается картинка, почему именно этот предмет. Плюс, когда искусственный свет, вот сейчас я уже не знаю, долистаю ли я до этой работы, когда искусственный свет, он все подсвечивает равномерно в комнате, и нету этого контрастного выделения, что человек подсвечен сильнее, как возле окна, а фон меньше. Вот здесь тоже с искусственным светом снято. В общем-то, все рекомендации такие же. Снизу оставить меньше пространства. Это, наверное, композиционная единственная рекомендация. Еще разные эмоции попробовать. И поснимать естественным светом теперь. Следующий уровень. Здесь как будто хочется еще больше эту эмоцию. Не просто руку поставить на голову, да?
Вот это просто рука, поставленная на голову, она как будто обыгрывалась у той девушки, которая с тетрадью и с экзаменом сидела, типа, вот. А здесь, может быть, можно было подсобрать прям руки, вот так, знаете, чтобы они даже выгнулись немножко пальцы, и типа, а, вот что-то такое. Когда я одновременно пытаюсь что-то... Ну, понимаете, да, если бы эмоциями было сработано, больше хочется здесь этого. А если хотелось просто показать спокойствие, тогда можно было руку, наоборот, не все четыре пальца поставить на лоб, а немножко только касаться, такое спокойное прикосновение сделать. То есть либо так, либо так. Мне кажется, классно, кстати, сейчас получилось передать. Надеюсь, вы тоже так считаете. Вот тот самый визуальный шум на фоне, притом здесь такое очень яркое черное пятно отвлекающее, здесь, наоборот, пересвеченное, слегка наклониться вниз. Хотя, наверное, на лицо тени упали бы. Может, тогда наоборот как-то сверху снимать, но тогда избегать света от телефона. Или поискать однотонный фон. Представьте, встать возле какой-нибудь стены, просто прислониться к ней вот в этом капюшоне. Мне кажется, было бы гораздо художественнее, чем на непро... ну, вот этот фон. Просто, скорее всего, какой был, скорее всего, тот случай, когда на фон вообще не обращаешь внимания. Почему-то размылась, да, фотография? Наверное, слишком приблизили. Так, ну и вот здесь еще посмотрим. Такой взгляд живой, классный. Мне нравится вот этот кадр в плане фона, но тень упала на лицо от телефончика. Ну, взгляд живой, озорной, конечно, вообще. Если это трактор, заслуга трактора, то, что такой взгляд стал живой и озорной, то пусть останется. Не будем его убирать, как визуальный мусор. Вот. А здесь столько классных, невероятных вас, что просто хочется на этой фотографии задержаться сейчас, потому что мы идем к окончанию нашего прямого эфира. И мне хочется дать вам несколько напутствий. Во-первых, у меня есть вот такая картинка, там написано «Stay horny for art» Стива Альмонда. «Horny» — это такая фраза, такое слово, которое переводится как, ну, типа, «очень сильно хотеть». Его обычно в таком контенте возбуждения используют, что, типа, вот, когда очень... секса хочется, и это классное слово в целом говорить о том, что ты очень голоден до чего-то, horny, ну вот просто горишь уже, не можешь, истекаешь, и stay horny for art — это для, за искусством, за творчеством. Вот будьте настолько голодны до творчества, потому что когда ты его ищешь, когда ты за ним идешь, оно тебе дает. Вообще, в целом, все вот эти чувства, о которых мы говорили, они очень взаимосвязаны, и они дают вот эту яркость жизни, как сегодня говорили гости, это чувство момента, чувство потока, поэтому это первое напутствие. Второе напутствие — это то, что у нас остается 2 часа, же правильно, 2,5 часа до окончания специальной цены, и так как у нас уже заканчивается эфир, то, в принципе, я думаю, вы поняли, как я обучаю, как, что я даю помимо фотографии. Я надеюсь, мне удалось хоть немножко передать то, что ждет вас на курсе, потому что он такой объемный, и из-за этого мне на самом деле постоянно трудно передать, что же там вот это вот все будет, чему мы обучимся. И я вчера показывала эти слайды про запросы частые от учеников, а смогу ли я круто снимать своих детей? И показывала примеры того, как ученики на курсе снимали детей своих потрясающе. А потом, притом и более художественно и драматично, да, и более весело. Как я говорила, каждый находит свой стиль. И, кстати, это очень здорово — выполнять домашки с тем, что вы любите или с кем вы любите, потому что у вас очень много с ними останется фотографий с этого времени. Когда я снимаю сама какие-то домашки, рилсы или что-то за действия близких, очень классно, что потом спустя время у меня есть с ними контент. Просто так
себя заставить не всегда так легко, как когда ты в каком-то курсе это делаешь. А еще вот сегодня многие мамы писали, что поснимали себя с детьми, и наконец-то появились фотографии с детьми. И даже одна девушка, которая, по-моему, ребенку там чуть ли не год, писала, что это первая фотография вообще какая-то моя с тех пор, как ребенок родился. И вы можете, выполняя домашки вместе, снимать себя с детьми. Это, например, Элси наша, которая вообще себя не снимала, не принимала и не любила, но на курсе начала выполнять домашки, снимать себя с детьми, и вот такие стали получаться фотографии. Сейчас она в журналах публикуется, и свой продукт у нее, и свой курс. Кстати, начать обучать — это тоже одна из точек, к которой вы можете прийти, начав сейчас. И вот такие разные фотографии со своими детьми вы сможете получить. А мужей сможем снимать? Да, это та самая техника низкого ключа, о которой я говорила, когда объект становится как будто выхваченным из темноты. Безумно круто и для предметки, и для портретов. Вот девушка спрашивала, как мне снимать ювелирку. Ювелирку вообще круто снимать в низком ключе, и часто, наверное, вот если ты наблюдаешь за всей индустрией, да, часто дорогие украшения снимают именно в таком вот темном, хотя бы на черном фоне или в таком низком ключе. Почему? Потому что очень дорого выглядит, как будто это лежит вот на этом черном бархате или красном, иногда на красном фоне, кстати. Смотрите, здесь еще обработка такая великолепная. Здесь вообще папа с сыном. Обожаю все эти фотографии. И даже себя с мужем вы сможете снимать, и у вас наконец-то появятся свои парные фотографии. А так как МФ очень повышает настроение, женщины становятся такие веселые, мужья тоже становятся очень веселые и радостные, что жена так счастлива, и легче начинают соглашаться на съемки. Тем более у нас есть урок для мужей, как снимать свою женщину, чтобы не развестись. Там тоже такие я даю психологические всякие вбросы про то, что женщину свою... Ну, в общем, про важность взаимной поддержки. Здесь вопрос про домашних животных. У кого из вас есть питомцы, вы можете на своих питомцах тренироваться и поделать тот же низкий ключ с питомцем. Смотрите, как великолепно это выглядит. Себя снимать со своими животными. И даже вот такие великолепные крупные фотографии мы будем, кстати, на первой домашке учиться делать. Красиво в соцсети научитесь ли вы вести? Да. Например, это был блог фотографа, это был блог мастера маникюра, такое интересное до-после. Это украшения. Я вчера говорила, да, что даже до было неплохо, а после стало еще глубже. То есть даже те, у кого уже какой-то опыт. А это вообще страница художественной школы. И вот в художественной школе, ну, в принципе, негоже выглядеть вот так разноцветно и не художественно. Посмотрите, какую потрясающую ленту собрала для них ученица. Восторг. И вот еще один пример мастера маникюра. Очень важное. Родителей на память. Мы учимся не только тем съемкам, на которых можно зарабатывать, но и тем фотографиям, которые бесценны. В принципе, для нас это фотографии наших близких. И такое тоже на курсе много-много можно получить. И, конечно, снимать классно себя, потому что у нас есть целых 3 урока по позированию, разным творческим эффектам. И вот такие классные фотографии мы учимся делать. Если у вас нет дневного света, то мы учимся работать с искусственным светом. Там есть уроки, где я показываю с подручными материалами и с профессиональным светом. И вот такие потрясающие работы, и как я любуюсь, мамочки. Ученики потом начинают снимать. Посмотрите, как это великолепно. Здесь вообще задействован чуть ли не фонарик от телефона, а может быть даже он. Очень красиво. А вы спросите, вот надоела вся эта эстетика инстаграмная, а смогу ли я что-то нефотогеничное снимать? Да, конечно, у нас есть творческое задание одно, проспойлерю вот для тех, кто на эфире, когда мы буквально из мусора учимся составлять классные композиции. И это вот такие работы. Это буквально мусор, который просто ученики нашли у себя дома и поснимали вот такие великолепные натюрморты с ними. Я там еще показываю творцов известных, которые такое творчество вообще продают. Если у вас старый Android, если вы скажете, а если у меня старый Android, тогда я скажу, что вот это было снято на Honor 20, еще на MF9, это было уже сколько лет назад. Это потрясающая работа на Xiaomi 11.
Посмотрите, как это изумительно. И опять же, не какая-то инстаграмная эстетика надоевшая, а крутая творческая работа, которая может быть и в публикациях, и в конкурсах. И все в этом духе. Ваш вопрос, а смогу ли я найти клиентов? Вот ученики, которые шла просто как хобби творчество, не планировала фотографировать, так как есть основная работа. Но вот у меня уже назначено 2 фотосессии благодаря тому, как построен этот курс. А если я не планирую зарабатывать, скажете вы, тогда я покажу вам обложки журналов с работами учеников на телефоны, разные конкурсы, Vogue, и то, что каждый из вас получит инструкции, как отправлять туда работы, и вы можете таким образом получать признание как творец. Потому что недостаточно иногда уметь снимать, нужно, во-первых, знать, куда это все потом пристроить. Как опять же говорил один известный фотограф, профессионала от непрофессионала отличает то, что фотография не является конечной целью у профессионала, является что-то другое, например, может быть заработок, а может быть публикация, а может быть донесение какой-то социальной идеи, выставка и все такое. Вот мы научим вас быть профессионалами, даже если вы не заработаете, зарабатываете, а вы профессиональный творец. Если вы скажете, мне кажется, что я старая или толстая, так говорят люди о себе, тогда я вам дам гайды, как позировать, кто считает себя полным, и гайд для тех, кто хочет убавить возраст на фотографиях. Полезно и для себя, если вы захотите применять, и если вы захотите фотографировать таких людей. Притом, понятно, я не рассказываю о том, как это все заретушировать и сделать, чтобы человек стал не похожим на себя, да? Я показываю, как самое прекрасное показать в любом человеке. А если вы скажете, что вас никто не поддерживает, тогда я скажу, что мы вас поддержим. Вы слышали сегодня про наше сообщество, и я надеюсь, что вот это вот слова «единомышленники», «комьюнити», но мы действительно очень сближаемся на курсе, и я нахожусь в таком предвкушении, какие знакомства предстоят. Я уже переписываюсь в эти 3 дня с людьми в Телеграм, в Инстаграм, постоянно в ВК, и вы невероятные ребята. Я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы доверились, такие пришли и слушаете меня здесь. И это огромная честь быть с вами, я даже не скажу учителем, а вместе пойти с вами в этот путь. Сколько на свете воды и земли, сколько цветов, мой друг. Мы станем счастливы, как короли, если посмотрим вокруг. Вот это мне хотелось вам еще зачитать, перед тем, как сказать, что наш прямой эфир заканчивается, так же, как заканчивается наш марафон. Мы с вами не прощаемся, потому что у нас еще предстоит эфир 27-го, у нас еще будет розыгрыш. До этого времени можно продолжать выполнять домашки, если вы только присоединились, все равно будете участвовать в розыгрыше. Плюс я беру вот эту вот неделю для того, чтобы в соцсетях дорассказать, доскидывать вам все, что не успелось, да, все эти списки книг, приложений и прочее, наконец-то завтра будет время. Но вот эта наша большая часть под названием «Три урока бесплатного марафона», она завершается. И у нас последняя возможность присоединиться по лучшей цене остается, так как у меня другой часовой пояс, я постоянно прикидываю, 2 часа 15 минут. И если у вас сейчас ёкает, то у вас есть еще 2 часа сегодня до полуночи по Москве успеть. А я хочу по нашей традиции... Вот, кстати, вы спрашивали про цены, вот они, цены на курс. Ой, здесь на полу все вот эти штуки. Уже 2 дня. Вот они. Надо их подсобрать. И одновременно и взрывать шампанское, и открывать бутылку. Ну скажите мне, голосуйте вы, будем разливать на все, обливаться просто с ног до головы или аккуратненько откроем? Блин, опять сюда налила эту жидкость. Ладно, я просто вытряхну воду на пол, потому что я намерена разбрызгивать повсюду.
Очень хочется спать, но Регина так рассказывает, интересно и глубоко, пишете вы. Вот видите, это очень важно, бесплатный марафон проходить, потому что для кого-то это все могла бы быть уже вода. А я хожу на обучение, где, в принципе, те же самые обучения по психологии или по какому-то личностному росту, они, в принципе, построены на вот таких разговорах. Поэтому здесь очень хорошо можно понять, насколько мы сходимся с вами интересами. Но, конечно же, больше все равно я рассказываю про практические приемы фотографии. Кто-то пишет аккуратно. В смысле больше пишут аккуратно? Пожалейте ноут. Обольемся на выпускном. Когда он еще будет? Не откладывай на завтра то, что... Не откладывай на завтра, если можно облиться сегодня. Давайте с этим девизом. Я постараюсь, конечно, не залить ноут, да, как хорошо быть сумасшедшим, но сохранять разум. Но будем обливаться. Вот так вот все. Здесь есть кое-что важное, что нельзя облить. Я распечатала фотографии учеников. И я хочу завтра перед отъездом из этой холостяцкой квартирки обклеить одну из стен работами учеников. Мне кажется, это будет самое красивое, что я делала в своей жизни. Ой, сейчас тем, кто досидит, еще 15 минут покажу, что там за работы. Ну что, встряхнули как следует. Я... Очень весело. Класс! Это было именно так, как я и хотела. Боже мой, чтобы вот прямо оно лилось-лилось и не прекращалось. Ура! Второй раз пришла на курс, пишет Юля. В восторге была на МФ. Ирина написала, что за великолепная женщина. Я надеюсь, вы это написали после того, как посмотрели в зеркало. Ура! Если кто-то в этот момент отвлекся. Хотела еще раз встряхнуть. Все, больше его не осталось. Ладно. Мне кажется, внизу соседи поперхнулись чем-то, когда бутылка упала на пол. Друзья мои, этот прекрасный бокал за каждого из вас. Чин-чин! Поздравляю с окончанием МФ-марафона и с началом нашего полного курса «Мобильные фотографы 14». У каждого потока абсолютно свой характер, своя история, свои герои, потому что абсолютно уникальные люди приходят каждый раз. И я не знаю, каким будет этот поток. Но я точно знаю, что начинается что-то очень интересное. Не только на 2 месяца, но и что-то, что нас всех изменит. И мы все делаем для того, чтобы изменило в сторону именно тех, какими мы хотим больше всего быть и какую жизнь больше всего хотим жить. Вот так. Как сегодня говорил Дима, я считаю на самом деле миссией своего продукта не научить лучше всего снимать. Хотя через это, а через то, чтобы научить лучше всего снимать, смелыми, чтобы действовать, смелыми, чтобы выбирать свое, решаться. И вот это мне хочется, чтобы каждый мог делать через фотографию. Я думаю, что мы можем с вами уже закрывать. Кнопка «Хочу на курс» у вас останется во всех соцсетях, ботах. Я не знаю, дошли ли, кстати, кому-то смски. Скажите, как они выглядели, по-вашему, человечески или слишком спамово? Стоит нам еще этим пользоваться или нет? Здесь описание тарифов, внутренняя рассрочка и рассрочка от банка. И, наконец, если у вас есть какие-то вопросы, вы еще можете их успеть задать. Елена пишет: «Благодарю, Регина, в этот раз не смогу, но в следующий точно».
Я буду очень рада и в следующем, тоже. Надеюсь, ты видела про то, что если ты покупаешь сейчас тариф Нью-Йорк, то следующий ты еще и в подарок покупаешь. Там выгода получается больше 25 тысяч рублей. Я не думаю, что в следующий раз я буду еще делать такой бонус. Регина, спасибо за ваш голос, интонацию, дипломатию, офигенную пользу. Было очень приятно провести с вами эти три креативных дня. Спасибо, это взаимно. Нужно было этот момент заснять. Запись экрана из записи эфира. Супер опыт, спасибо. Офигенный марафон. Приходите на курс. Он как марафон, но помноженный в 10 раз. Ангелина пишет: благодарю за это удивительное время, рада здесь побывать, увидеть, прочувствовать процветание успехов. Спасибо вам тоже. Я с вами на курсе, пишет Наталья, спасибо за такое количество полезной информации, вы потрясающие. Добро пожаловать в семью. Регина, спасибо за марафон. Анна пишет: только что прошла оплата, ура, я на курсе, я с вами, радуюсь. Мне приходят вот эти вот мелькающие сообщения о том, что покупка, оформлен новый заказ, И это как будто небо, и на нем звездочки новые зажигаются и зажигаются. Вот для меня это так. Смотрю просто с каждым этим уведомлением на новых будущих творцов. Творцов фотографий и своей жизни. Уже можно, да, очень пафосно говорить, мы уже тут только свои остались. Как на фронталке понизить экспозицию? Вот, к сожалению, на фронталке гораздо меньше телефонов позволяют это делать, но вообще точно так же. Тыкать и держать долго, потом вниз вести или влево. Ждем фото и аплодисменты. Хорошо. Сейчас я посмотрю другой чат. Как нас много даже в это время. Константин пишет: было безумно приятно снова окунуться в волшебную атмосферу МФ. Это так ценно, что вот есть такие прям завсегдатые, которые... Спасибо, что ты снова в нее окунался. Три раза принимала участие, вот решилась на полный курс. Ой, у нас там будет 26-го откроются чаты, и будем все писать там знакомства. Пишите там, пожалуйста, тоже это. Я буду очень рада знать, что вот с теми, с кем мы уже так давно... Мы наконец-то сблизимся еще больше на курсе. Если мы с вами давно, значит, вы разные периоды в моем блоге переживали, разные у меня. Мне кажется, вообще самые долгие подписчики — это самые лучшие в мире друзья, потому что разные ты бываешь в блоге, все равно разные бывают периоды, и если... Ну как это, классные друзья, это те, с кем ты все прошел, и когда, ну, короче, ни в какой момент в тебе люди не разочаровывались. И это очень ценно. Вот работы учеников, которые я буду развешивать на стену завтра. А можно я уже буду уставшим мозгом говорить банальные фразы на продаже всех курсов? И этому вы можете научиться всего за 35 990. И вот таким творцом вы можете стать. Да вы будете героем на каждой вечеринке среди всех ваших друзей. Вы боитесь, что над вами будут смеяться, а на самом деле за вами захотят повторять, и вы будете героем. Ну просто посмотрите, какой восторг. Красиво, да? Ну разве скажешь, что это на телефон? А, еще, смотрите, какая большая печать. Это еще работы, кстати, здесь вообще с разных потоков, даже с каких-то самых первых. И некоторые я просто скачивала из телеги даже, к тому, что телефонные фотографии нельзя распечатать. Великолепное просто качество, все прекрасно распечаталось. И раскладочки, конечно же, раскладочки.
Кстати, мы говорили, да, на днях про красные сапоги на даче. Вот, пожалуйста. Это очень классный урок. У нас тоже есть. Мы еще раз снимаем в ЧБ черно-белый репортаж. Ходим у себя по городу, по офису, по квартире и ищем классные моменты с помощью вот тех самых цепляющих приемов. А это урок про художественное размытие, как импрессионисты. Видите, какой мягкий, красивый эффект размытия, как будто картина нарисована. Это можно делать тоже просто на ручных настройках, если уметь, придя на МФ, даже без редакторов. А это у нас есть урок про поиск креативных идей и про творческие фотографии. Есть отдельный урок про вдохновение, где мы разбираемся, как, где его находить, да, каждому. А есть урок про идеи, и там получаются вот такие креативные работы. Вот тоже про фотографии со смыслом. Вот тут сколько работ? 30, наверное. Вы представляете, как повышается креативность, сколько идей, сколько насмотренности, когда ты 2 месяца в этом чате. Какая красота! В этой подборке работы с каждого урока. Слушайте, я не скажу, что прямо абсолютно все уроки сюда вошли, но многие. Вот это, например, урок натюрморт. Урок натюрморт, в котором мы учим. Ну, сфокусируйся, дружочек. В котором мы учимся со светом работать. Прям как художники. Будем красивые натюрморты у себя дома раскладывать. Света рядом передает огромный пламенный привет, говорит Константин. Я еле держусь, чтобы не попросить вас зайти в Zoom. Какие шедевры! Очень красивые оригинальные работы. Согласна. Хотите слышать это на свое творчество? Знаете, куда идти. Ну что, до встречи завтра в блогах. Целая неделя нам подводить итоги. Благодарю каждого из вас за эти 3 восхитительных эфира. Я такое удовольствие получила, такую отдачу от вас. Вы невероятные. Пожалуйста, не останавливайтесь. Со мной, с МФ или как угодно, вы показали, какие вы невероятные. Не останавливайтесь. Мы можем завершать эфир, дорогие друзья. В принципе, я сама могу нажать. Давайте пятюню на счет 3. Раз, два, три. Пока.